Привет, мистер. Вам сюда. Это будет здорово. Успела вовремя. Привет, Мэтью. Амели? Сейчас хороший момент. Постойте, что это? У нее уже есть такая игрушка? Вот это совпадение. Что же теперь ей дарить? Эти наушники? О, да! Только нужно сперва кое-что сделать. Безопасность прежде всего. Ну, была не была. Уф, ай! Да, порядок. Уф. Ох, ничего себе. Но нельзя терять время. Очистим рабочий стол. Что может быть лучше подарка? Подарок, в который вложили душу. Эта штука точно будет уникальной. Нужно закрасить все белые участки. Вот, прекрасно. Теперь нарисуем лицо. Хорошо, что у меня много синего клея. Ведь синий ее любимый цвет. Добавим мелкие детали. Отлично получается, а? Не забудем про белый клей. Он тут тоже очень важен. Идеально! И несколько финальных штрихов. Осталось совсем немного. Так мило! Но... Ха! Последний шаг. Если все правильно расположить, он оживает. Разве не прикольно? Попробуем еще раз. Привет! Это для тебя. Не может быть! Футляр в виде Хаги! Где ты смог такой найти? О, что? Чуть не забыла. У меня тоже для тебя подарок. Тебе нравится? Окей, время обнимашек. Лучшие друзья навсегда. Какая из поделок понравилась вам больше всего? Пишите в комментариях. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал. Там еще много таких же классных роликов. Ну, давай же. Кажется, у меня слишком много всего в шкафчике. Пожалуйста, закрывайся. Почти. Наконец-то. Фу. Я думала, уже никогда не... Ай! Спать хочется. Шкафчик Шерил открыт. Странно. Шерил? Ты в порядке? Шерил, очнись. Мамочка, я не хочу идти в школу. Ей надо помочь. Ну как? Кажется, этот пакетик пригодится. И этот магнит. Может сработать. Помещаем пакет в шкафчик и закрепляем магнитом. Сделаем тоже с другой стороны. Вот так, хорошо. А теперь заполню пакеты вещами Шерил. Это поможет ей навести порядок в шкафчике. Вау, у нее столько всего. Совсем другое дело. Теперь надо заняться Шерил. Юху! Ты ангел? О, это всего лишь ты, Луна. Я убралась в твоем шкафчике. Теперь там все на своих местах. Ух ты! Так аккуратно! Глазам не верю. Спасибо, ты супер! Всегда, пожалуйста, отпусти меня, мне больно. Конечно, подруга. Возьму учебники для урока. Упс, притворись, что ты ничего не видела. Луна знает ответы. Так здорово все знать. И так здорово, что Луна сидит рядом со мной. Небольшая помощь. Нужно все делать быстро. Ничего себе, она списывает. Ну и хитрюга. Шерил, тс. Прекрати. Ну, это так нечестно. Ничего, тогда я перекушу. О, классно. Шоколад. Это что, батончик? Она ест батончик, я тоже хочу. В животе урчит. Блаженство. Эй, Шерил, поделишься со мной? Так, так, так. Нет. Ну все. Думаешь, я испугалась? Ну давай.
Есть только один выход. Кто открыл окно? Одна шоколадка. Еще. Да ладно. Бери. Дай мне шпаргалку. Еще. Окей. Довольно? Приятно иметь с тобой дело. Спасибо, подруга. Спасибо. Ненавижу учебу. Эта штука такая полезная. Что здесь происходит? Я очень недоволен. Дайте их сюда. Обе марш в штрафной класс. Глазам не верю, дилетанты. Вот как надо проносить в класс еду. Вкуснятина. Обожаю эту работу. Обожаю уроки рисования. Итак, сегодня мы будем рисовать кошку. Смотрите, какая милая мордочка. Начинаем. О, это трудно. Вот ее хвост. Получилось так себе. Готово. Простите, я торопилась. Что? Невероятно. Худший день в моей жизни. Дай сюда. Для тебя что угодно. Есть идея. Это может сработать. Обернем ручки резинкой. И вот здесь тоже. Теперь можно обвести рисунок из учебника. Получается. Просто надо повторять линии. Идеальная копия. Вау, смотрится круто, отпад. Очень хорошо, Шерил. Спасибо, ничего сложного. Четверка? Как всегда, прекрасна, Луна. 5 с плюсом, ты это заслужила. Спасибо. О нет, он все еще печатает. Тс, хватит. Что? Ничего особенного. Ненавижу рисование. Но почему так сложно? Ничего не выходит. Нет, так не пойдет. Кажется, никто не видит. Так намного легче. Так ты ничего не выучишь, Шерил. Можно мне в туалет? Иди, но только быстро. Мне точно не сдать этот тест. О, выпью водички. Нужно отдохнуть немного. Нужно придумать, что делать. Минуту, кажется, я знаю. Это бесполезно. Отличная идея. Напишу цифры на стакане и надену на него другой стакан. Нарисую знаки сложения и вычитания вот так. Проделаю тоже с другими стаканами. Теперь нужно лишь повернуть их, чтобы узнать ответ. Да, круто! Раньше я бы не справилась. А теперь легче легкого. Скоро придется использовать пальцы ног. Может, стоит помочь Луне? Эй, не отчаивайся. Вот, держи. Ого, спасибо. Постой, что ты делаешь? А, я пыталась. Ничего не понимаю. Ты такой симпатичный. Эй, Луна, отлично выглядишь. Это так неловко. И так раздражает. Ну все, вы двое меня достали. Вау, успокойся. Есть идея. Я знаю, как говорить с Кевином, не раздражая Шерил. Сперва наклею на блокнот скотч. Хорошо. Теперь вырежем квадрат из этой губки. Вот так. Нанесем немного клея. И этого хватит. Приклеим кусок губки к маркеру и напишем сообщение Кевину. Готово. Эй, передай это Кевину. Держи, это тебе.
Здорово, мне надо ответить. Чем этот метод лучше, а? Я скажу учительнице, мисс. Я это возьму. Надо стереть сообщение. Не могу дождаться вечера. Дай сюда, мисс. Посмотрите. Да, Шерил. Смотрите, они обмениваются записками. Но здесь была переписка. Не отвлекай меня, Шерил. Тут была записка. Я ее видела. О нет, мой тест. Плохие дела. Нет. Увидимся после школы. Скорей бы. Куда бы спрятать телефон? А, точно! Понадобится двусторонний скотч. Готовы? Целимся и клеим! Воу! Попробуем еще раз. Просто стой спокойно. Это не я. Ох уж эта аллергия. Да что с ним не так? Ну же, клеим! Есть! А? Я как будто что-то почувствовал. Как дела? Ты со мной говоришь? Кажется, у меня появилась подружка. Отлично выглядите, мисс Смит. Какой ты милый. Удачи сегодня. Здрасте, мисс Смит. Здравствуй, Энни. Проверим, что ты прячешь. Пока все хорошо. Ничего не нашла. Ничего и нет, правда. Как скажешь. Прошло как по маслу. Спасибо за помощь, бро. С днем рождения! О, спасибо. Это для тебя. Ты лучшая. Интересно, что это? Вот, держи. Надеюсь, тебе это понравится. Ух ты, вы меня балуете. Мне повезло, что у меня есть такие подруги. Вы что, серьезно? Ничего себе! Что? Сегодня день рождения Стейси? А, привет! Привет, Эмили! Еще раз спасибо! Я совсем забыла! Что же мне делать? Может, у меня в сумке есть хоть что-нибудь, что можно подарить Стейси? Может быть, ей понравится резиновый цыпленок? Вообще-то, вряд ли. Что еще у меня есть? Игрушечная какашка? Она всегда вызывает улыбку. Но нет, я не могу подарить ей это. Новый айфон, вау! Какой кошмар! Она так расстроится. Может, я смогу купить ей подарок после уроков? Я надеюсь, она не обидится. Эти цветы пахнут потрясающе. Точно, сделаю ей открытку. Ну, то есть, главное же внимание, так ведь? Выглядит ужасно. Нужно что-то придумать. Подождите-ка. Кажется, это то, что надо. Я знаю, что подарить Стейси на день рождения. Пора приниматься за работу. Сначала я нарисую точки на обложке блокнота яркими маркерами. Просто сделаю случайный узор. Чем больше цветов, тем лучше. Я буду продолжать, пока не заполню всю страницу. Выглядит великолепно. Думаю, ей это понравится. А теперь наклеим на блокнот прозрачный скотч. Нужно, чтобы все было красиво и гладко. А излишки ленты нужно просто отрезать. И последний кусочек. Теперь нанесем на ленту черную краску. С помощью губки можно нанести ее равномерно. Главное, ничего не пропустить. Теперь краска должна высохнуть. Мне понадобится деревянная шпажка, чтобы выгравировать на краске сообщение. Шпажка ее аккуратно соскребет и раскроет цвета под верхним слоем. Да, довольно крутой эффект. Готово! Стейси? С днем рождения! О, Эмили! Вот это да! Большое спасибо! Мне так нравится! Иди сюда, лучшая подружка! Так что у тебя есть торт? Это отличный фильм, ты должна его посмотреть. О, Эмили, присаживайся. Привет, ребята. Отлично выглядишь. Спасибо, Джейк, это так мило. У меня все получится. Итак. Что? Ой, у меня сломался карандаш. Как неприятно. Ну, как обычно. Но почему это всегда именно со мной происходит? Надеюсь, у меня есть точилка. Ну же. Чего тут только нет.
Я оставила ее дома. Эй, Стэйси, у тебя есть точилка? Не уверена, сейчас посмотрю. Ой, какая неуклюжая. Нет-нету, извини. Ну ладно, это было странно. Да что с ней такое? Ну вот, удачное время, чтобы действовать. Я могу отдать Эмили свою точилку. Или лучше подарить ей кольцо, которое я купил. Надо попробовать. Уберем драгоценный камень и нанесем на кольцо немного клея. Этого вполне хватит. Теперь прижмем к нему точилку. И положим кольцо обратно в шкатулку. Выглядит потрясающе. Эй, Эмили, это тебе. Правда? Вау, ты такой милый. Не могу поверить, что ты это сделал. Джейк, это же именно то, чего я хотела. Вау. Все для тебя. Очень рад, что тебе понравилось. Не терпится надеть его. Подошло просто идеально. И это так практично. Ты такой заботливый, Джейк. И теперь мой карандаш заточен. Я больше никогда не потеряю свою точилку. И все благодаря тебе, Джейк. Спасибо, красавчик. Это должна была быть я. Жаль, что Джейк не подарил кольцо мне. Я никогда не найду себе симпатичного парня. Хочешь, потом потусим? Меня сейчас вырвет. Мы все прошли, так что теперь вы не ошибетесь. Не ошибемся? Ну ладно. Какая же скука. У меня просто глаза слипаются. Фу, Эмили, это так мерзко. Итак, пора писать тест. Вы должны ответить на все эти вопросы. О, тест, прекрасно. Вот ваши листы. Это так здорово. Не терпится начать. Ой, извини, мне просто очень нравятся тесты. Вот, держи. Ага, спасибо. Это может быть непросто. А! Боже, я так испугалась. Извините, допилю ногти позже. Продолжайте. Отлично. Но этим же невозможно писать. Эй, Стэйси, у тебя есть карандаш? Пожалуйста, мне очень нужно. А, у меня есть только этот. Извини. Ну ладно. О, а у меня есть идея. Можно мне на минутку взять твой карандаш? Хорошо, только верни его. Я знаю, что делать. Это просто гениально. Итак, положим карандаш на лист бумаги. Затем свернем его. Нужно, чтобы все было плотно. Проведем клеем карандашом по бумаге. Теперь можно закончить сворачивание. Надо убедиться, что все надежно запечатано, и вернуть карандаш Стэйси. Теперь вставим соломинку в бумажную трубочку. И заделаем клеем один ее конец. А с другой стороны вставим карандаш. Самодельный карандаш готов. Это поможет мне написать тест. Спасибо, Стэйси. Всегда пожалуйста. Что это сейчас было? Работает. Я так рада, что это придумала. Все идет хорошо. О, это Мэтью. Привет. Ты опоздал. Садись. Извините, мне нужно время, чтобы идеально уложить волосы. Он такой классный. И как кстати здесь вентилятор. Вау, только посмотрите на него. Я выгляжу круто. Да уж, это точно. Кажется, у меня сердце перестало биться. А, мой карандаш. Упс. Надеюсь, никто этого не видел. Бип-бип, я еду. Люблю путешествовать шиком и только так. Уху, пора на урок. Нужно заблокировать самокат, а то мало ли что. Подождите, что это? Я такая крутая, это моя тачка. Что скажешь? Смотри, дай мне минутку. Вперед! Стоп, стоп! А я вот не могу остановиться. Так вот как все закончится. Поберегись! Все? Все закончилось? Ты с ума сошла? Я могла пострадать! Ты меня бесишь! Упс, мой руль. Я возьму его с собой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне нравится эта песня, на урок скоро начнется. Что-то не так? Привет, соседка. Как дела? Хорошо. Почему она говорит со мной? У меня есть наушники. Крутые, да? Притворись, что ты этого не видела. Провода? Вау. Да подумаешь, они работают. Неважно. Смотри, это последняя модель. Завидуешь? Нет, не очень. Ну, может, немного? Подождите, что это в мусорном ведре? Кусок картона? У меня появилась идея. Мне просто нужно кое-что изменить. Что она делает? Не может быть. Клавиатура готова. Теперь мне нужен экран. Этот листок отлично подойдет. Теперь у меня есть ноутбук. Кто теперь завидует? Выглядит очень трагично. Но тебе кое-чего не хватает. В этом вся и разница. Мэм, поняла.
У меня тоже есть яблоко. Я положу его на картон и закреплю. Не хочу, чтобы оно упало. Вот так. Отлично. Вот, смотри. Ты правда это сделала? Вот умора. Подумаешь, мне нравится. Это главное. Ох, я устала. Мне нужно остыть. Дворецкий! Ваш золотой вентилятор, мисс, позвольте мне. Сейчас подует прохладный ветерок. О, хорошо. Ого, это то, что мне нужно. Я могу использовать картон. Так гораздо лучше. Ты делаешь это вручную? Я никогда не пачкаю руки. Ах, вот как, я покажу тебе. Ты права, как хорошо. Ты только что украла мой вентилятор? Он мой. Мне нравится. Не делай этого. Я хочу. Перестань. Нет, сюда. Ни за что. Как дела, девочки? У меня кружится голова. Прекратите, я серьезно. Она первая начала. Что? Есть только один выход. Я не могу смотреть. Уже все? Что она делает? Мне нужно показать вам кое-что. Смотрите, я положу комбинезон на вентилятор. Каждому достанется по штанине. Ничего не понимаю. Я понятия не имею, что происходит. Ждите, я включу вентилятор. Смотрите. Вау, это потрясающе. Просто прекрасно. Давайте уже закончим с этим. У меня запланирован шопинг. Нужно перекусить. Я обожаю брауни. Посмотрите на эту шоколадную вкуснятину. Вкусно, отлично. И я могу использовать эту бумагу для урока. Ладно. Нужно взять карандаш. Подождите, я не могу это использовать. Посмотрите, он крошечный. Это смешно. Ой, что же делать? Это твой карандаш? Какой ужас. Эти карандаши сделали специально для меня в Париже. Ого. Можно я возьму один? Ты хочешь взять мой карандаш? Ни за что! Ты такая злая! Такова жизнь? Закончилось. Подождите! У меня есть идея! Я возьму это! Я люблю эту газировку! Должно что-то остаться! Что за шум? Теперь я видела все! Пора приступить к работе! Я положу соломинку на стол и вставлю в нее карандаш с одной и с другой стороны. Идеально. Теперь у меня есть новый карандаш. Давайте попробуем. Работает. Серьезно? Я бы никогда так не сделала. Какой карандаш мне взять? Вот этот. Сегодня у нас контрольные телефоны приносить запрещено. Постой. Не двигайся. Надеюсь, у тебя нет телефона? Подождите. Серьезно? Я сейчас вернусь. Что? Что только что произошло? Это было странно. Нельзя, чтобы оно забрало мой телефон. Но что я могу сделать? Думай, думай. А? Что это? Коробка карандашей. О, я поняла. Я гений. Мне нужно убрать карандаши. Я хочу освободить место для телефона. Я уберу карандаши из середины. Это должно сработать. Теперь мне нужен нож. Я сделаю разрез в коробке. Он должен быть того же размера, что и телефон. Я хочу сделать клапан. Выглядит хорошо. Я положу телефон внутрь. Затем закрою клапан. Никто не догадается. Хорошо, вперед. Фу. Я вернулась. Можно зайти в класс? Посмотрим. Мне нужно тебя просканировать. Это обязательно? У меня ничего нет, честное слово. Ничего. Ты что-то задумала, правда? Да мне это и в голову бы не пришло, вы меня пугаете. Ну, хорошо. Фу, я знала, что это сработает. Кто следующий? Получилось. Думаю, горизонт чист. Я могу достать телефон. У меня есть ответы. Я точно получу пятерку. Нужно вести себя естественно. Что это? Это шутка? Можно войти? Телефоны запрещены. Вот, у меня нет времени. Это было быстро. Какое глупое правило. К счастью, у меня есть новый телефон. Тому было уже 3 месяца. Все равно нужно было его менять. Этот намного лучше. Учительница мне даже помогла. Время для онлайн-шоппинга.
Делаем растяжку интенсивнее. Это обязательно. Стоп, давайте сделаем кардио. Ненавижу это. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Я не хочу никаких рыбок. У меня есть идея. Возможно, тебя это мотивирует. Это шоколад? Договорились. Не останавливайся, упусти. Подожди. Вкусно. Извините. С меня хватит. Нам нужен другой подход. Это может сработать. А что она делает? Что скажешь? Просто посмотри на золотой песок. Ого, я хочу туда попасть. Вперед! Мне нужно быть готовой к пляжному сезону. Фу, это работает. Я вернусь позже. Нужно продолжать бежать. Это так смешно. Готова начать. Это будет весело. Я так не думаю. У меня есть дела поважнее. Селфи! Давай, тебе понравится. Вы не оставите меня в покое, да? Ну, давайте гантели. Фу, отвратительно. Вы хотите, чтобы я использовала это? Посмотрите на них. Это отвратительно. Я не буду их трогать. Алло, мне нужна ваша помощь. Я подожду. Посмотрим. Okay. Это гораздо лучше. Нужно выглядеть хорошо, когда я занимаюсь тренировками. Да, вот так. Я выгляжу так мило. Ты что, шутишь? Эй, перестань. Не заставляй меня использовать свисток. О, не делайте этого. Хорошо, теперь бег на месте. Вперед. Нет, я не бегаю. А, я знаю. Посмотри, что у меня есть. Надевай. Что происходит? Что такое? Секунду. И включаю. О, это другое дело. Золотые пески. Я знала, что тебе понравится. Все готово. Уху, теперь меня ничего не остановит. Подожди, нет. Ау, что это было? Может быть, это была не самая хорошая идея. Мне пора. Ого, только посмотрите. Я беру от жизни все самое лучшее. Деньги больше подойдут. Намного лучше. У меня появилась идея. За работу. Я разрежу лист бумаги на 4 части. Квадратики послужат шаблоном. Затем я их сложу, чтобы они были похожи на вентилятор. С остальными я сделаю то же самое. А теперь можно включить фантазию. Я раскрашу их. Нужно нарисовать глаза. Пора все собрать. Я склею детали. Теперь я все сверну. Мне нужна ручка. Нитка тоже пригодится. Прикреплю ее к вентилятору. Теперь я нарисую украшение, затем раскрашу его и приклею вот сюда. Вау! Теперь и мне не будет жарко. Привет всем любителям игрушек антистресс! Добро пожаловать на конкурс! Встречайте наших участников! Привет! Я так рада быть здесь! Вот твои материалы, Лекси. И твои, Мия. Ого! Здесь столько всего? Отлично! Эй, парень в ужасной рубашке, иди сюда. Да. Лекси нужна помощь. Конечно. Удачи, Лекси. Ого, я столько всего смогу использовать, но это мое. Уже нет. Вот, держи шарик. Развлекайся. И все? Ну ладно. Ого, смотри. Это мой шанс. Идеальное преступление. Но мне нужно что-то еще. Идеально. Такой мягкий, мне нравится. То, что нужно. Итак, начнем. Я вытащу слайм из контейнера. Он очень забавный на ощупь. Теперь мне нужен шарик. Я вылью в него слайм. И завяжу шарик. Ничего не прольется. Теперь я оберну шарик в сеточку.
а резинка поможет ей не соскальзывать. Можно пробовать. Это так весело. Настоящая игрушка антистресс. Очень успокаивает. Время вышло. Пора узнать, кто победил. Пс, иди сюда. Я сейчас. Победил Алексей, тебе ясно? Обожаю свою работу. На чем я остановился? Ах, да, победила. Сейчас назовут меня. Стоп. Почему мне так холодно? О, нет. Какой позор. Куда она? Так странно. Ну и ладно. Мия, ты победила. Я? Ух ты, как здорово. Я еще нигде не выигрывала. Хочу поблагодарить своих родителей и Лекси за то, что одолжила колготки. Это так весело. Я могу так весь день провести. Ого! Попыту конец. О чем это ты? Все, все кончено. Мне нужна помощь. Чудесно. Нет, не делай этого. Так нужно. Поверь, мне больнее, чем Пупиту. Но так не может продолжаться. Я не могу испортить свою репутацию. Ты чудовище. Смотри, что ты наделала. Я буду помнить тебя. Перестань, ты ведешь себя глупо. Оу, у меня есть идея. Я могу сделать игрушку для Лекси. Сначала я нарисую форму на пенобумаге. Затем вырежу ее. Мне понадобится две части. Я нарисую круги здесь и вырежу их. Это пока можно отложить. Возьму еще немного пенобумаги и вырежу из нее квадратики. Утюгом я нагрею пенобумагу, чтобы сделать ее мягкой. Теперь можно сделать из нее лунку. С остальными я сделаю то же самое. Теперь я помещу лунки в наш шаблон. Вот так. На заднюю часть я нанесу клей и прикреплю вторую деталь. Эту щеточку можно использовать для края. Выглядит неплохо. Теперь мне нужно два больших желтых круга. Я обведу нашу зеленую фигурку и отрежу ненужное. На черной пенобумаге я нарисовала полумесяц, а теперь приклею его к желтой фигурке. Теперь можно все собрать и добавить несколько деталей. Похоже на эмодзи. Смотри, что у меня есть. Ух ты! Дай сюда. Так круто! Мне нравится. Постой, мне нужно кое-что запустить. Вот, все готово. Обожаю. Ах, здесь так много игрушек. Но все они скучные. О, придумала. Это мило. Нет, мне надоело. Дальше. О, мне не нравится. Нужно что-то придумать. О, ух ты, как круто. А? Что это за шум? Эй, сюда, эй. Я? О, тебе это понравилось? Да, очень. Выходи. Ух ты, здорово. Можно я это заберу? Идем со мной. Я так рад, что мы пошли прогуляться. Нужно быть осторожными. Есть, она их украла. Пора бежать. Успокойся, это обычные соломинки. Сядь. Уютно тут. Мне нужно еще кое-что. Они должны быть где-то здесь. Упс, я немного насорила. Ну да. Что происходит? Шш, я пытаюсь сосредоточиться. Разве у тебя нет горничной? Так, все готово. Круто! Ага. Скрепки! И что же я наделала? Да, что ты наделала? Мне нужна другая бутылка. А, тут намного удобнее. Мисс, ваша вода для богатых. У меня изысканный вкус. Занимайся. Хорошо. Сначала я отрежу от соломинок вот эту часть. Теперь прикреплю к ней скрепку. И сделаю из скрепок цепочку. Чего-то не хватает. Нужны глаза. Теперь можно взять бутылки с водой и опустить туда соломинки. О, только посмотри на них. Держи. Так мило. Они плавают. Мне очень нравится. Спасибо, Мия.
Игрушки такие классные. Это Мия? А? О, привет, Лекси. У меня есть камни. И почему у нее всегда есть что-то интересное? Привет, хочешь поиграть? Конечно. Иди сюда. Спасибо. Нравятся мои камешки? Да. Давай меняться. Вот, этого достаточно? Мне не нужны деньги. Ладно, что еще у меня есть? О, какое красивое ожерелье. Нет. А с тобой трудно договориться. Может, лак для ногтей? О, да! Вау, у меня есть камушки. Отлично. Какие они крутые. У меня есть идея. Можно сделать шарики антистресс. Сначала я хорошенько разомну пластилин. Теперь скатаю из него шарик. Нужно, чтобы он был гладкий и аккуратный. Выглядит неплохо. Пора доставать лак. Я раскрашу им шарик. Для этого подойдет голубой. Нужно покрыть лаком весь шарик. И ничего не пропустить. Теперь у меня есть шарики антистресс. Ла-ла-ла-ла-ла. Поцелуй меня. Что она делает? Дайте сюда. Поиграйте лучше вот с этим камушком. О, обожаю бриллианты. Так, теперь нужно проверить. А, да. Мне нравится. Отличная была идея. Оу, кольцо мне больше не нужно. Мия, а мне можно поиграть? Вау, спасибо. Забавные ощущения. Мне нравится. Еще бы. Отлично снимает стресс. Вау, какая ты умная. Хватит на сегодня приемов карате. О, нет, мой новенький телефон. Я случайно. И что теперь? Воу, это еще кто? Какой-то телефонный джин? Как думаешь, чего ему надо? Я... Воу! Наш собственный джин в телефоне. Воу! Все это никуда не годится. А как насчет этого? О! Зачем я вообще это купила? А, что делать? Минуточку, телефон. Спорим, джин точно сможет мне помочь. Примерь-ка это. О, не совсем то, что я хотела. Какая привереда. А как тебе это? Ну, знаешь, золотой цвет не мое. Понял. Это должно сработать. Ну вот, другое дело. Я просто без ума от него. О, наелся и спишь, братик. А что если... Сможешь и брата переодеть? Это просто идеальный пранк. Посмотрим. Сойдет. О, спящая красавица. Я бы лучше прокатилась. Ну и... Просто супер! Совсем новенькая. Но кое-чего не хватает. Отлично! А как насчет нового велосипеда? Вау! Мне нужно что-то очень крутое. Вы только посмотрите! Ты что, модель? Мне нравится! Зачем останавливаться на одном? О, интересно, сколько тут поместится? Обожаю шопинг. Что-то тут тесновато. Похоже, я слишком увлеклась. А, мне пора на занятие. Извините за опоздание. Воу! Какие формы. Интересненько. О, Али,
Оливия! Оливия! Я посвящал много времени своим хобби, и теперь я настоящий профи во всем. Ты не видишь, я тут заниматься пытаюсь. С глаз долой и с сердца вон. Не очень-то это любезно, сестренка. Мне нужны тишина и покой. Джин, он точно мне поможет. Ты звала? Отключи ему звук. Без проблем. Наконец-то я слышу собственные мысли. Меньше знаешь, крепче спишь. Оливия? Оливия! Оливия! О, мой парень! Заходи. Это мне? Выглядишь потрясающе. Телефон оставила. И даже не заметила. Сейчас я повеселюсь. Пусть он замолчит. Но уж нет. Она сейчас с другим парнем. О, ты слишком милый. Просто я тебя обожаю. Теперь согласен? Хорошо. Начинаем выключать звук. Стоп, он же продолжает говорить. Что? Ну ладно. Как здорово! Почему я не слышу своего парня? Как неловко. А! Это просто пытка. Круто, да? Пойдем. Ну, пока. Что мы тут делаем? Прости, ты меня пугаешь. Я боюсь высоты. Я не могу на это смотреть. А теперь я мечтаю попасть обратно в небо. Слышали это? Как странно. Что может быть лучше субботнего вечера? Только я и мои игры. И я выигрываю, кстати. Надо что-нибудь выложить сегодня. Оливия! Можно мне новый фильтр? О, так не пойдет. Следующий. Держи. Это просто ужас. Ладно, ладно. Вау! Я так похожа на маму. Все играешь? А ну, дай сюда. Нечего ерундой заниматься. Чего-то грубо, мам. Будь котиком, протри мне туфли. Ну же, начинай. Видишь, ничего сложного. Но мы еще не закончили. Видишь, беспорядок. Займись им. Почему мама такая строгая сегодня? Это даже не мои вещи. Так нечестно. Молодец, дорогой. Вау, как неловко. Что он делает? Только не надо делать выводы. Мамино белье? Час от часу не легче. Как тяжело быть мамой. Чем это ты занимаешься? Вот черт. Тебе пора платить за жилье. Посмотрим, что тут у тебя. Волосы сами себя не расчешут. Только аккуратнее, ладно, дорогой? Мама никогда меня не заставляла этим заниматься. Это телефон Оливии? Так и знал. Возомнила себя самой умной. Я тоже так могу. Как дела, Джин? Поможешь мне? Нет? Тогда придется намочить телефон. Только не это. Вот так. И чего он упрямился? Держи, дорогая. Какой приятный вечер, не так ли, дорогая? И мы тут совсем одни. О, нет. Отменяем этот пранк, отменяем.
Только не приближайся. Все, с меня хватит. Купилась. Отгадай, кто едет в отпуск. Я? И куда? Ты никуда. Как жестоко. Я отомщу. Я устрою тебе лучшее путешествие в жизни. Правда? Я в Лондоне? Вот это да! Что же дальше? Франция? Несите хлеб и сыр. Скажите «уи». Ю-ху! Следующая остановка. Египет, бэйби! А тут жарко. Вау! Я согласен. А я нет. Что это за танец такой? Я тоже так могу. Или нет? Что-то пошло не так. Кажется, батарея садится. Фу. Зацените, какой вид, народ! Какое облегчение! Я все объясню. Это для фото в Инстаграме. Держись, Джин, я тебя спасу. Сейчас поставлю на зарядку. Эй, полегче. Вот так. Намного лучше. Как так вышло? Нужно перечитать. Так вот оно что. Теперь понятно. А что? Ай! Больно! Ой. Для крутых? О, боже! Спокойно, без паники. Это мой уникальный шанс. О, пора заходить. О, божечки! Это потрясающе! Какие здесь все крутые! Они там тату набивают в углу. А у того парня гитара. Круто! Продолжай! Это будет лучшее тату! Фуф, должно быть больно. Надеюсь, иголки чистые. О, она выглядит милой. Может и нет. Ого, она победила парня в армрестлинге. О боже, это учительница. Что? Дресс-код? Что от меня требуется? Посмотрим. О, пирсинг. Много пирсинга. Ага. Что же мне делать? Я недостаточно крутая для этого класса. Но я же сделала домашку. Эй, секундочку. Скрепка. Отлично. Я могу ее использовать. Для этого мне понадобится больше скрепок. Достаточно 4. Еще нужны кусачки. Вставлю получившиеся колечки в нос и губы. Сменю одежду и прическу. Пора представиться классу еще разок. Круто! Добро пожаловать! Ты одна из нас! Посмотрите на ее пирсинг! Я влюбился. Нужно к ней подойти. Привет. Не сейчас, после урока. Хорошо, слушай, сядешь со мной рядом. Привет, как дела? Смотри, что у меня есть. Да ладно, когда ты его купила? Сегодня утром. Фиолетовый и все такое. Ого, завидую белой завистью. Вот бы и мне новый красивый телефон. Погоди-ка. Мне не нужен новый телефон. У меня есть классный чехол. Чехлы вообще-то. У меня их несколько. Ха, окей, думаю, в этом что-то есть. Знаешь, кажется, у меня есть еще. Мне так нравится этот новый цвет. Ага, смотри, какие у меня разноцветные чехлы. Да, они крутые, но не круче моего фиолетового телефона. Что? Что ж, ты не оставила мне выбора. Ты вообще о чем? Так и быть, вот все мои чехлы. О,
как их у тебя много! Вот, поняла! Чехлы тоже красивые! Вау! И правда потрясающе! Ну вот, теперь я даже и не рада своему новому телефону! О, я придумала кое-что гениальное! Возьмем трубочку и зажмем один ее конец утюжком. Вот так! Едем дальше! С помощью маленького шприца наполним трубочку цветной жидкостью. Идеально! Вот так! Только заполняйте не до конца. Теперь зажмем трубочку с другого конца. Окей, берем прозрачный чехол для телефона и наносим на него клей с помощью клея-карандаша. Супер! Теперь приклеим трубочку. Вообще, я сделала несколько разных цветов. Я уместила их все на чехле. Выглядит здорово! Зацени мой новый чехол. В нем даже пузырьки плавают. Ого! Я никогда такого чехла не видела. Я и мой разноцветный чехол увидимся с тобой позже. Ну вот. Теперь я снова завидую. Какой длинный день. Скорее бы уже поспать. Надо как-то поудобнее лечь. Может, перевернуться на эту сторону? Ах, как ярко! Я просто хочу немного поспать. Вот, так-то лучше. Почему подушка такая неудобная? Бред какой-то! Как будто весь мир против меня. Выставлю одну ногу. Это поможет охладиться. Я совсем забыла про монстров под кроватью. Лучше засуну ногу обратно. Кажется, можно забыть о спокойной и сладкой ночи. Ну, конечно, теперь мне холодно. Может, лечь так? Или вот так? Ненавижу свою кровать! Это худшая ночь на свете! В чем дело? Почему ты кричишь? О, яйцо! У меня появилась отличная идея! Возьмем чехол для телефона и клеевой пистолет. Сделаем круг из клея по центру. А теперь раскрасим его белым лаком для ногтей. Отлично! Дадим ему высохнуть. Для следующего шага нам понадобится желтый шарик. Просто отрезаем верхушку и кладем слаймовый шарик прямо внутрь. Вот так. А теперь приклеиваем его к чехлу. Его можно мять. Вот. Кажется, что у меня на чехле настоящее яйцо. Ох, это так успокаивает. Вау, как хорошо. И спать захотелось. Яйца. Есть хоть что-нибудь, что они не умеют? Вы все прибрали, мистер Брокколи. А, что? О, это был сон. Сколько сейчас времени? Надо проверить телефон. Телефон! Нет! Он так ударился! Нет! Разбился! Это катастрофа! Я как в страшном сне! Что случилось? Где я? Ах да, телефон! Эй, я тут, куда я и упал, помнишь? Привет! Это кошмар! О боже! Это опять был дурной сон? Фу! Стоп, телефон. Мой телефон на месте, а не на полу. Но теперь я переживаю. Нельзя, чтобы это случилось. Я знаю, что может помочь. Вот она, моя 3D-ручка. Я закрашу чехол фиолетовыми чернилами. Хороший цвет. Нарисую зигзаг сверху и вернусь назад. Еще один зигзаг, а потом назад. Понадобится много чернил, чтобы все закрасить. Ладно, верхняя часть готова. Теперь по бокам. Убедимся, что все хорошенько прокрашено. Вот так. Я закрасил весь чехол полностью. А, он упал! Ха-ха, все в порядке. Я не разбился. Ха-ха-ха. Боже, я так испугался. Но мой новый чехол мне помог. Ну все, можно еще поспать. Энни, сделай меня самым счастливым мужчиной на свете. Это да? О, нет! Похоже, кольца у меня не будет. Постойте, есть идея! Этот лайфхак поможет быстро все исправить.
Красиво, верно? Теперь приклеим вот сюда. Проблема решена. Ну что, ты выйдешь за меня? Дубль 2? Надеюсь, подойдет. Ух ты! Народ, она сказала да. А, наконец-то я в отпуске. Ну что, пора ехать? Не люблю новости. Не так быстро! Это во мне? Окей, что происходит? А то, что по городу гуляет грабитель. Берегите свои ценности. Этот тип может перепрыгнуть через любой забор, а закрытые окна открывает не глядя. Один прохожий заметил его и попытался догнать. Но, к сожалению, злодей убежал. Если вы что-то знаете, сообщите в полицию. Помните, ваш дом в опасности! Не вовремя я собралась уезжать. Придется отложить отпуск. У меня тут везде украшения и деньги. Впрочем, хорошо, что есть запасной план. Я скоро вернусь. О, классно отдохнула. Но прежде чем распаковать вещи, поглядим, что тут творилось. Грабитель! Не могу поверить его наглости. Здесь очень мило. Шкатулка с украшениями? Что? Ничего, кроме булавки. Какая досада! Где же тут хорошие вещички? Абсолютно ничего. Что-то тут не сходится. Думай, думай. Мусор? Там точно смотреть не буду. Это полиция! Нужно сматываться! О, нет! Что ж, сработало идеально. И понадобился лишь этот мячик. Зацените-ка! Впечатляет? Украшения лучше всего прятать в неожиданных местах. Никто и не подумает искать здесь. А значит, лучшего тайника не найти. Возьмем заготовку из картона и вырежем круг посередине. Приклеим в разнобой обертки и прочий мусор. Главное, чтобы картон не выглядывал. Вот так, еще. Окей, картонка покрыта слоем мусора. Тайник готов. Как же сегодня скучно. Что это? Красивые. А что если... О, мамочка, я просто хотела сказать, что я тебя люблю. О, ты такой хороший мальчик. Да, я сделаю это. Уху! Я уже бегу. Я их сломал. Мам, у меня для тебя кое-что есть. Ты так много для меня значишь. О, вау! Это тебе! Я тебя очень люблю. Пока-пока! Что мне делать с этим мусором? Ну ладно, минутку. Может быть, все это еще пригодится. О, да! У вас есть пустая картонная емкость? Переверните ее и поставьте сверху бокал. Тоже вверх донышком. Затем добавьте по краям цветы. Используйте любые оттенки по вкусу. А теперь залейте прозрачной смолой. Надо, чтобы она заполнила все пространство. Не бойтесь, с цветами ничего не случится. Теперь дайте смоле застыть. Уберите бокал, и шикарный браслет готов. Уникальная вещица. Можете сделать сразу несколько. Мам! Как ты относишься к змеям? Успокойся, они не настоящие. А? Бро, концерт был просто супер. Да, но таких отпадных тату у них не было. Что? Вот это да! Вау! Окей, я тоже такую хочу. Дэвид вдруг стал очень привлекательным. Привет! Можно потрогать? Оу! Оу! Ау! Больно было? Нет, нормально. А-а-а! Как же больно! Что ты со мной делаешь?
Оу, мы еще не начали. Упс. Ты готов? Думаю, да. О, божечки, помогите! Даже не почувствовал. Да? Ты такой храбрый. Вот бы и мне крутое тату. Но можно ведь и понарошку, да? Погляди на это. Это обычный маркер, а вот у меня другое дело. О, что теперь? А все-таки я тоже крутая. Видишь эту штуку? Да, я могу вертеть ей очень быстро. О, не работает. Как мне привлечь внимание Дэвида? Я знаю! Эй, этот наряд мне больше к лицу, правда? Типа, не очень. О, бесполезно. Минуту. Кажется, есть идея. Берем скрепку и отрезаем один край. Вот так. Должно получиться несколько таких штучек. В нашем случае хватит четырех. Вау! Пирсинг – это круто! И у тебя так много проколов! А у меня всего одна маленькая татуировка. Хочешь, потусуемся? О, нет, не думаю. Сработало на все 100. Такой милый рисунок. Обожаю эти блестки. Они так сверкают. Вау! Еще разок. Тут теперь такой беспорядок. Но мне нравится. Что там такое? Вау! Столько блесток! Кажется, у меня появилась идея. Привет! Тут есть кто-нибудь? Думаю, пусто. О, да ладно! Мне нужна туалетная втулка. Ну и запах тут. О. Вот так. Ничего себе! Что он такое ест? Нужно сохранять непринужденность. Я просто цветок, ничего интересного. Да, думаю, у меня есть все, что нужно. О, что ты делаешь? Скоро увидишь. Обвернем бумагу вокруг туалетной втулки. Теперь рисуем на бумаге вот так. Помещаем внутри втулки воздушный шарик. Нужно потянуть за нижний конец шарика, чтобы он вошел глубже. Рисуем на шарике мордочку. Можно дать волю воображению. Ставим бумажки по краю втулки, чтобы вышли лапки. Вуаля, получилась крутая игрушка антистресс. Смотри. Ух ты, давай играть вместе. О нет, туалетная бумага. Что ж, это будет больно. Смотри внимательно, я двигаю шарик силой мысли. Вау, как ты это делаешь? Держи. Я тоже так хочу. Он не двигается. Наверное, сломался. Я открою тебе секрет. Попробуй вот так. Поехали. Он движется. Это ты делаешь? О нет, берегись. Пригнись. Ого, ничего себе. Теперь я больше не могу играть с ним. Все хорошо, не грусти. Я это исправлю. Вырезаем вот такой кусок бумаги. И складываем из него куб. Скрепляем липкой лентой. Теперь делаем еще один кубик и соединяем их вместе. Затем делаем вот так и добавляем кусок скотча, чтобы вышел шарнир. Повторим все еще 3 раза, используя бумагу разных цветов. Делаем из кубиков один длинный прямоугольник. И начинаем склеивать их скотчем. Делаем вот так. И наклеиваем ленту с другой стороны. Нужно сделать тоже со всех сторон. Когда все будет готово, украсьте кубики стикерами и эмодзи. Выбирайте любые смайлики по вкусу. Теперь каждый раз будут получаться разные комбинации смайликов. Вот, посмотри. Ну не знаю. Что это такое? Выглядит здорово. Да, круто. Ты сама это сделала? Да. А? Что это за волшебство? Смотри, что у меня есть. Хочешь попробовать? Они самые лучшие. Мне нравится голубая. Выберу тебя. Вот так. Давай. Теперь закроем крышку. И самая классная часть. Нажимаем. О, как приятно. Добавим это к нашему облачку. Вдавим вот так. А теперь подождем. Займусь пока макияжем. Кажется, достаточно. Это так интересно. О, какая прелесть.
просто очаровательно. Невероятно мило. Весь день бы игралась. Ням-ням. Можешь сделать фотку? Улыбочку. О, да, это мое. Упс, ананас? Откуда он взялся? Думаю, у меня есть идея. Вырезаем форму из картона вот так. Теперь берем небольшой квадрат из фоамирана и используем утюжок для волос. Поместите фоамиран на шаблон и вставьте в него шарик. Так, чтобы получилась вмятина. Отлично! Продолжайте, пока не будет достаточно для всех отверстий в картоне. Теперь наносим на картон съедобный клей. Вот так, по краям. Кладем фоамиран сверху и прижимаем. Перевернем картон и приклеим второй кусок фоамирана. Осторожно вставляем пупырышки в отверстие. Теперь используем полоску фоамирана, чтобы сделать каемку. Обернем ее вокруг заготовки. Добавим еще несколько горизонтальных полосок. Нарежем зеленый фоамиран, чтобы получились листики ананаса. Вышел тропический ананасовый поп-ит. Работает! Это так классно! Вот, попробуй! Не так быстро! Это неподозреваемый. Ага, а вот и он. Мы поймали нашего беглеца, то есть наш ананас. Алло? Такой вкусный леденец. О, эй, что происходит? О, блестящая золотая еда. Я должна это попробовать. Убирайся, леденец. Вот так, аккуратно. Не знаю, что это такое, но я это хочу. Приступим. Это очень противно. О, ты должна это увидеть. Классно, правда? Такие жидкие внутри. Попробуй. Спасибо. У тебя здесь что-то на зубах. Ладно, давай, нажми. Ой, правда здорово. Так мягко и приятно. О, больше не осталось. Придумала. Слушай. О, точно, понимаю. Эй, дворецкий. Это то, что нам нужно. Сперва растопим пригоршню конфет из белого шоколада. Теперь надуем воздушный шарик и нанесем на него шоколад. Тут можно испачкаться. Нужно покрыть весь шарик ровным слоем. Затем нужно дать шоколаду застыть. Держи. Вау! Только послушай эти звуки. Просто блаженство. Я же говорила, тут нет ничего сложного. Обожаю эту штуку. Это было весело. Крутая задумка. У меня столько работы. Давно пора повысить мне зарплату. А это расслабляет. Это что, шоколад? Так скучно. И это уже надоело. Я возьму. О, придумала. Нет. Вот это. О, такой крошечный. Отличный выбор. Теперь заведем. Воу, трансформер. И машина, и динозавр. Как классно. Нет, это моя машинка. Да я просто хотела поглядеть. Хотя у меня есть идея получше. Вырезаем круг из пластика. Делаем в центре отверстие и помещаем на лист бумаги. Нарисуем единорога и разделим бумагу на секции. Обведем единорога вот так. Теперь уберем бумагу и покрасим рисунки. Достанем из спиннера сердцевину и вставим ее в отверстие в пластике. Затем раскрутим. Смотрите, единорог движется. Ну как тебе? Такое ощущение, будто он бежит. Эйси, смотри. У тебя единорог? Так, завораживает. Упс, зато теперь я могу взять ее машинку. Что же мне выбрать? Даже не знаю, чем поиграть. О, это смотрится неплохо. Точно, займусь этими штуками. Выдавливаем гель на соломинку. И дуем вот так.
Получается, я делаю воздушный шарик. Просто уберу соломинку, совсем как настоящий. Теперь попробую голубой. Интересно, он лопнет? О, это было классно. О, что это такое? Мне бы тоже шарик, но у меня только конфетки. Я ей завидую. Стоп, я знаю, что делать. О, как тяжело. О, зачем тебе микроволновка? Я делаю воздушные шарики. Сперва растопим эти конфеты. Так, включаем. Думаю, хватит. Не забудем соломинку. Окунаем ее в расплавленную массу. А затем дуем. Круче всего то, что эти шарики можно есть. Ух ты, это так здорово. Сейчас попробую. На вкус не очень. Ах, нужно проверить контрольные работы. Все выглядит хорошо. Отличная работа. Поставлю 5 с плюсом. Кто следующий? Это что, шутка? Позор! Это было приятно. Что произошло? Тройка? Не может быть! Так нельзя! Я могу все исправить. Нужно просто проявить фантазию. Я закончила. Теперь самое интересное. Мне нужно сделать конспект красивым. Я воспользуюсь маркерами для выделения текста. Вау, мне нравится. Давайте поменяем цвета. Думаю, я возьму желтый. Легко и просто. Не хочу все испортить. О, ты подвел меня, глупый маркер! В чем дело? Ой, прошу прощения, он выскользнул. Что случилось? Это катастрофа, проблема довольно серьезная. Да, я знаю, что делать. Нужно внести кое-какие изменения. Я отрежу часть кончика маркера. Вот и все. Вау, произведение искусства. Это должно помочь. Вот, попробуй. Снова желтый. Ух ты, не могу в это поверить. Давайте попробуем. Вау, посмотрите, просто невероятно. Линии идеальные. Круто, я очень счастлива. Обратите внимание, никаких ярких цветов, поняли? Бум, мне нужно почистить уши. Я не следую правилам. Я такая хитрая. Ничто не может меня остановить. Что не так с яркими цветами? Они такие красивые. Да, глупое правило. Что плохого может случиться? Подождите секунду, я чувствую яркий цвет. Конечно, как я и думала. Как тебе не стыдно? Придется прекратить это. Кому-то не хватает проблем? Что? О, привет. Я возьму это и выброшу. Подожди, я с тобой еще не закончила. Ага, то, что нужно. Вот так, а теперь исчезни. Что, что вы делаете? Ай, печет! А ты сама виновата. Дай мне ватную палочку, попрощайся с желтым цветом. Он исчез, как вы это сделали? Ты следующая, я не шучу. Сегодня у нас контрольная, надеюсь, вы подготовились. Что вы сказали? Я совсем забыла. О нет, это плохо. Где моя ручка? Почему это должно было произойти? Эни, мне нужна ручка. Прости, у меня только одна. Нет, что мне делать? Я получу двойку. В чем дело? У меня нет ручки. О, не расстраивайся. Наверняка у меня есть запасная. Дай мне минутку. Похоже, придется довольствоваться этим. Вот, пожалуйста. Это что, шутка? Я попробую. Это будет сложно. Не получается, становится только хуже. Ой-ой-ой, дай подумать, я не могу подвести Луну. Я обмотаю банковскую карточку шерстью. Еще несколько слоев. Теперь я могу отрезать лишнее. Я уберу шерсть с карты. Нужно, чтобы все держалось. Я просуну концы сквозь серединку. Затем свяжу их в узел. Мне нужно сделать помпон. Вот так. Теперь я обрежу края и причешу его, чтобы сделать пушистым.
А мне нравится. Кстати, крутая идея для новой прически. Пока отложу это в сторону, я оберну палку пластиком, так, чтобы получилась трубка. Теперь я нанесу клей. Вот сюда. Этого будет достаточно. Где мой пушистый помпон? О, вот он. Я приклею Барби к нему. Отлично. Но не хватает блеска. Мне понадобятся бусины. Я добавлю их в соломинку. Мне понадобится больше. Я прикреплю бусинку к стержню и снова нанесу клей на край соломинки. Не хочу, чтобы все выпало. И еще кое-что. Я добавлю стикер с Барби. Вот и все. Розовая ручка в стиле Барби. Что это? О, круто! Сегодня мой счастливый день! Вау, спасибо! Я могу написать контрольную! Большое спасибо! Ты заслуживаешь этого! Думаю, мы можем начать. Пора писать контрольную. Она будет очень сложной. Что ж, приступим. А я закончу проверять работы. Это не займет много времени. Все получат двойки. Я даже не смотрю на ответы. Подождите, что-то не так. В моей ручке закончились чернила. Это так раздражает. Подождите. Пока все идет хорошо. У зубрилки есть ручка. Подождите, я знаю ответ. Есть! А где моя ручка? Ты хотела сказать «моя ручка». Стойте, вы ее украли! Чего тебе? И как мне писать? Я не знаю. Вы украли мою ручку, вы злая! Не реви, я прямо сейчас проверю твою работу. Вот, пожалуйста. Это что, шутка? Чего ты от меня хочешь? Что с ней? Напишите в комментариях. Ладно. Что вы сделали 4 с плюсом? Ну хорошо. Теперь убирайся отсюда. Ладно. Ненавижу эту работу. Дети просто отвратительные. Готовы к контрольной. Можете начинать. И не списывайте. Ну что ж, поехали. Мне нужно кое-что взять. Что? Куда она делась? Подождите. Я не понимаю. Ого, это круто. Где она? Не смотрите на меня. Наверное, мне показалось. Хватит разговаривать и приступай к работе. О, да ладно, это несправедливо. Я знала, что это сработает. Неплохо. Куда ты смотришь? Разве это не очевидно? Смотри, школьная вечеринка. В 6:30. Который час? Это через 20 минут. О, нам нужно собраться, нельзя терять ни минуты. Как я выгляжу? Нет, какой огромный прыщ, нужно его убрать. Я знаю, что делать. Это спасет меня. Прощай, прыщ. Я просто приложу к нему этот гаджет, и он все сделает. Теперь нужно подождать. А мне что делать? А? Что это? Это отличное средство от прыщей. Вау, я хочу его попробовать. Я так не думаю. Подумаешь, не особо я и хотела. Подождите, у меня есть идея. Интересно. Стоит попробовать. Я соединю прыщи с помощью карандаша. С линейкой это сделать очень просто. Теперь я их закрашу. Получится просто замечательно. Я добавлю парочку финальных штрихов. Прекрасно, я готова к вечеринке. Это так креативно. Вперед! Этот чехол для телефона вполне ничего, но все же его можно значительно улучшить. Для этого нам понадобится клеевой пистолет. Итак, с помощью клея мы сделаем сердечко, а затем заполним его, и пока клей не застыл, посыплем сверху блестками, а затем покроем весь корпус телефона разноцветными блестками. Люблю рукодельничать. Просто идеально. Привет. Как дела? Ого, Габи! Какой классный чехол! Где ты его взяла? Он потрясный! Что? А, ты об этом? Это совсем не трудно. И все благодаря вот этому. Ого, ну ничего себе! Надо же, какая ты талантливая! А мне сможешь сделать такой же? Посмотрим. Да, мне нравится этот. Ага, вот так. О, надо же, как быстро!
И так волнительно! Я хочу это увидеть! Так, что-то здесь не так. Это какая-то шутка? Фу, ну и жуть. Ну да, мне и правда нужен новый чехол для телефона, но это просто ужасно. Точно, я хочу, чтобы вы сделали мне чехол для телефона. Это может быть непросто. У меня есть отличная идея, для этого понадобится мой тапок. Оливия, ты в порядке? Какой ужасный запах! Не так уж и плохо, я мыл их на прошлой неделе. Фу, пахнет гнилым сыром. Ладно, нужно приниматься за работу. Итак, мне понадобится ручка. Нет, только не эту. У меня есть идея. За дело. Итак, прижмем чехол к подошве тапка и приклеим его вот таким образом. А затем нужно вырезать отверстие для камеры. Теперь можно поместить телефон в чехол. Вроде удобненько. Ну как вам? Ой, секундочку, небольшая заминка. Ой, так неловко. Ну же. Так-то лучше. Мне нужно позвонить. Алло. Это что, клей? Мне он не нужен. А это еще что? Как раз то, что нужно. Итак, возьмем чехол для телефона и наклеим пластилин на этот угол. Нам понадобится больше пластилина, затем его можно разровнять. Теперь прикрепим эти милые маленькие магниты. Это будет очень весело. Ух ты, мне нравится. Так красочно. Я отлично поработала. Смотрите, как все аккуратно. Я буду дома к ужину, мамочка. Ну все, мне пора. Что ж, давайте посмотрим на ваши работы. Я вижу, что вам нравится. Неплохо, Оливия. Я знаю, это потрясающе. Ничего себе! Я просто обожаю эти тапки. Вот, смотри, у нас одинаковая обувь. Они такие удобные, это так здорово. Подождите-ка, а что вообще происходит? Так же нечестно. Просто отлично, Майлз. Здесь все просто. Победитель, Майлз. Ты просто провидец. Да, я так и знал. Что? Серьезно? Невообразимо. Мамочка, я выиграл. Да, правда. Вы все должны быть готовы к тесту. Пока у меня есть учебники, все будет в порядке. Ты пробовала эту газировку? Она реально вкусная. Кажется, я готова. Я все просмотрела. Нужно просто успокоиться и сосредоточиться. Но все, пятерка у меня в кармане. Нужно взять еще газировки. Итак, класс, вот вам тест. Ну вот, началось. Пора приступать. Поехали. Здорово, что можно пользоваться учебниками. Это должно облегчить задачу. Где же это? Я знаю, что это где-то здесь. А вот и тест. Что ж за дело? Это будет проще простого. Даже напрягаться не нужно. Время идет. Не могу найти. Это слишком просто. Что дальше? Здесь становится жарко. Все идет не очень хорошо. А я думала, что ты подготовилась. Я пытаюсь сосредоточиться. Нужно ускориться. Пески времени уходят. Пора заканчивать. Я уж точно все сделаю правильно. Ой! Эй, что происходит? Ты только что ударила меня книгой. Больно же. О, у меня есть идея. Чтобы Микки больше не лупила меня книгами. Положим несколько цветных соломинок на жаропрочную бумагу. А теперь проведем по бумаге утюгом. От этого соломинки должны расплавиться, но бумага не даст им сгореть. С одной стороны сделаем отверстие. И проденем в это отверстие нитку. А затем завяжем узелок. Это должно помочь Микки. Эй! Ну что? Ого, как круто! Теперь найти ответы будет очень легко. Как раз то, что нужно. Ну все. Время вышло. Сдавайте свои работы. Я закончила. Да. Какое облегчение. Да, это действительно я. Вам это понравится. Ура! Команда вперед! Ура! О, спасибо. Вы так добры. У меня всегда есть время для моих поклонников. Запомните, я принимаю только наличные или золото. Ну все, уходите. Быть чирлидером – это тяжелая работа. А так хорошо выглядеть – это для меня не проблема. Нужно лишь немного подкрасить. Привет, Стейси.
А можно мне автограф? Я твоя самая большая поклонница. Можешь подписать моей лучшей подруге Микки? А у тебя что-то в волосах. И как это туда попало? Фу. Боже, как неловко. Стейси, мне так жаль. О, а у меня есть идея. Положим карандашную стружку в эту формочку в виде сердечка. Добавим еще немного стружек, а теперь зальем все это прозрачной смолой. Нужно подождать, пока смола не застынет. Теперь можно вынуть ее из формочки и приделать к ней крючки для сережек. Ну вот, отличное украшение. Ух ты, они такие красивые. Стейси, подожди, у меня есть кое-что для тебя. Сережки? Для меня? Ого, какие красивые! Они подходят к твоим глазам. Ты никогда не хотела немного измениться? Что происходит? Я себя так классно чувствую, и у меня кружится голова. Пойдем повеселимся. Так, минуточку. Так гораздо лучше. Ого, все расплывается. Ай! Ой, извини, пожалуйста. Пойдем, я помогу тебе подняться. Мне нравится этот оттенок румян. О, кто-то звонит. Нужно ответить. Алло? О, привет. Правда? Поверить не могу. Пап-пап-пап. О, мама разговаривает по телефону. Я тоже так хочу. Ха? И не говори. Жаль, что тебя там не было. Ладно, потом поговорим. О, пока. Я такая взрослая. Но мне нужен настоящий телефон. Я не должна. Но не могу стоять. Хи-хи-хи. Идеальное преступление. А вот и моя красавица. Я попалась. Отступаем, отступаем. Я не сдамся. Вот так. Оу, давай я попудрю тебе носик, Ани. Щекочу, щекочу. Мило, мам. Хорошо, сейчас. О, ты меня обнимаешь. Это так мило. Люблю обниматься. Да, именно это я и делала. Это уже не смешно. Маме нужно собираться. Я никогда не получу ее телефон. Выглядит отлично. Мне нужно взять перчатки. Ага, идеальный способ отвлечься. Нужно действовать быстро. Мы обязательно должны сходить пообедать. Вот они, такие мягкие. По-моему, звучит неплохо. Упс. Энни? Нет. Я спасу тебя. Ух ты, как ты это сделала? Я так разочарована в тебе, Энни. Прости, мама. Тебе нельзя играть с моим телефоном. Подождите, может быть, тебе это и не нужно. У меня есть отличная идея. Эта коробка как раз то, что мне нужно. Пора приступать к работе. Начну с небольшого квадрата картона. Я сделаю быстрый набросок. Это будет эскиз телефона. Я чувствую себя настоящим художником. Теперь нужно добавить детали. Это будут кнопки. Пока все хорошо. Затем я нарисую экран. Далее я сделаю то же самое здесь. Это будет другая сторона телефона. Все отлично получается. Тогда мне нужно вырезать детали. Это было просто. Я переверну эти две части. Теперь мне понадобится клеевой пистолет. Я нанесу клей по краю. Мне не нужно много. У меня есть кусок гофрированного картона. Я приклею его сюда. Это будет боковая сторона телефона. Я оберну его по всему периметру. Вот так. Другой кусок картона можно прикрепить сверху. То же самое я сделаю с другими деталями. Телефон начинает приобретать форму. Мне нужно соединить их вместе. У меня есть небольшая металлическая скоба. Отлично. Я приклею ее к внутренней стороне картона. Так телефон будет раскладываться. Совсем как настоящий. Теперь нужно раскрасить его. Для этого я использую корректор. Затем я проведу по краю розовым маркером. Я переверну телефон и сделаю то же самое с противоположной стороны. Но это еще не все. Я приклею сюда милого котенка. Я вырезала отверстие в том месте, где будет экран. И вставлю в него картинку. Кажется, все. Скорее бы показать телефон Энни. Посмотри, что у меня есть. Еще раз. Алло, вы хотите поговорить с Энни? Вау, поверить не могу. Это тебе. Не может быть. Вот это да, так здорово. Мне нужно сделать важный звонок. Лучше бы мне ответили. Привет, Энни. У меня сегодня такое случилось. Ты будешь смеяться. Расскажи мне все. Это реально была самая смешная серия. Ха, интересно, куда это он? О, боже, да! Что происходит? О, смотри! Вечеринка Поппит! Пойдем! Ого! Твой Поппит такой милый! Я свой тоже взяла, так что пошли! Блин!
там вышибала. С едой и напитками туда нельзя. Но у нас конфеты, что же нам делать? Я так хотела попасть на эту вечеринку. Эй, думаю, мы пойдем и даже возьмем с собой конфеты. Смотри, возьмем твой чехол Pop-It для телефона и вложим картинку с изображением объектива камеры вот сюда. А теперь заполним твой Pop-It Skittles по конфетке в каждую дырочку. Спрячем как можно больше конфет. Теперь очередь шоколада. Я его растопила, так что его легко залить. Просто покрою им все наши Skittles. Вот так. Выглядит идеально. Все готово. А значит, можно идти. Выглядит как самый обычный телефон. Класс! Ты такая умная. Ладно, пойдем. Ты можешь проходить. Ты что, табличку не видела? С едой и напитками нельзя. Так что давай, уходи. Я принесла свой Pop-It. Проходи. Ха. Никогда раньше не видел чехла в стиле Pop-It. Клёвый! Повеселись на вечеринке. Хм, кажется, вокруг никого. Можно достать мой гигантский Pop-It. Ого! Как тут много игрушек. Иди сюда и помоги нам с этим огромным Pop-It-ом. Это лучшая вечеринка на свете. Мы выиграли конкурс. Давай, давай. Это будет рекорд. Эй! Хочешь поменяться? А, ну ладно. Ты думаешь о том же, о чем и я? Пора подкрепиться. Та-дам! Для нас тут все готово. Чехол Pop-It очень легко снимается. Это как батончик домашнего приготовления. Вкуснятина! Попробуй! Эй, ребята! Мы протащили немного сладостей. Угощайтесь! Так, столовые приборы идеальны. Теперь можно и пообедать. Привет! Ничего, если я тут сяду? Делай, что хочешь. Я так люблю картошку фри! Просто обожаю! Какая глупость! Надо сделать много снимков для Инстаграм. Ого, точно! Мне тоже надо так сделать. О, ну да. У меня же этот дурацкий старый телефон. Я, наверное, просто буду есть еду, а не фотографировать. Ух, надо сфоткать под этим углом. А, не получается. Все без толку. Эй, а ты не могла бы мне помочь? Я? Ну, конечно, я с радостью помогу. Давай сюда свой телефон. Я просто пытаюсь не запачкать экран жирными руками. Я его уронила. Нет! Поймала. Фух, вот это пронесло. Фух, она даже не заметила. Ха, тут под столом паук. Думаю, у меня есть идея. Мне понадобится телефон, 3D-ручка и обычный маркер. Начну рисовать колечки вокруг маркера с помощью 3D-ручки. Затем вытянем маркер. Отлично! Теперь снова берем 3D-ручку. Нарисую линию, ведущую к этому углу. Теперь еще одну. У нас получится паутина. Главное, все время держать колечки вертикально. Супер! Добавим еще несколько линий для красоты. У нас получится потрясающая паутина. Готово! Пауки классные! И я тоже! Ух! Давайте еще добавим рисунок по краю. Время блесток! Дополнительный блеск никогда ничему не вредил. Готово! Колечки выглядят как держатель. Теперь я могу не переживать, что снова уроню телефон. О, какие крутые фотографии! Ладно, верни уже мне мой телефон. Что ты с ним сделала? Ха, а мне даже нравится. Спасибо, ты классная. Пожалуйста, обеденный перерыв сегодня вышел очень веселым. Нужно подготовиться к уроку. Хорошая идея. Где моя ручка? О, дворецкий. Вот это другое дело. Подождите секунду, она не работает. Дворецкий, срочно исправить. О, вот ты где. Это шутка? Что происходит? Это уже не смешно.
Дворецкий, ну все, с меня хватит. Это так раздражает. Посмотрим. У меня есть идея. Нужно просто намочить наконечники. Отлично. Посмотри, какая красивая радуга. Ты в порядке, Эва? Дворецкий, ты знаешь, что делать? Не подведи меня. Ого, посмотрите на это. Замечательно. Тут так много всего. Внимание, ребята! Сегодня мы будем рисовать русалок. Они в некотором роде похожи на рыбу. Вау, это круто! Вперед! Эх, мой счастливый карандаш. Он никогда меня не подводил. Больно на это смотреть. Мне нужно позвонить. Я на месте. Обстановка нормальная. Нет видимых угроз. Товары в безопасности. Пора доставить посылку. Поехали! А знаете, что интересно? А? Почему так долго? Нужно было убедиться, что за мной никто не следит. Думаю, вам понравится. Поиски были сложными. Вау! Ничего себе! Ты хорошо справился. Сколько тут всего? Ты это видишь? Неплохо, правда? Что ты сказала? Вау! Это так круто! Намного лучше, чем мой карандаш. О, ты шутишь! Это же мой счастливый карандаш! Это было смешно. Сейчас заплачешь, ботаник. Что? Это очень грубо. Мне вообще-то обидно. Я все расскажу маме. Оу, боюсь. Ой, как громко. Дай сюда. Есть. Эй, а я молодец. Думаю, это последний. Вы это видели? Он потрясающий. Вау, как он это сделал? Подождите, у меня появилась идея. Я могу использовать банку из-под чипсов. Сначала нужно сделать отверстие в основании. Вот так. Теперь я сниму крышку и насыплю сюда конфеты. Выглядит аппетитно. Этого достаточно. Теперь нужно вырезать диск из крышки. Идеально. Он должен поместиться в банке. Теперь нужно все украсить. Я оберну банку цветной бумагой. Отлично. Получилась крутая подставка для карандашей. Неплохо, правда? Этот мальчик далеко пойдет. Нам бы пригодился кто-то вроде него. Расскажу о нем парням. Думаю, я заслужил угощение. Вкусно. И учительница ни о чем не догадается. Я пытаюсь сосредоточиться. Мне нужно больше конфет. Я такой молодец. Что у нас тут? Ого, какой ужас. Двойка. А это еще хуже. Ужасно, просто ужасно. Ну что же, пора кое-кого разочаровать. Какой милый селфи. Жаль, что ты не уделяешь столько времени учебе. Двойка? Что это за пятно? О, моя оценка. О нет, опять двойка. Моему папе это не понравится. Больше никакой кредитки. Мои деньги могут тратить только лучшие. Я старалась как могла, папа. О, золото! Ура! Это будет тебе уроком. Помогите. Это ужасно. Мне конец. Вот. Как ты мог, Дэвид? Я не могу на тебя смотреть. Вот твой новый телефон. Вы шутите? Алло? Это так странно. Я не допущу этого. Я поговорю с учителем. Мне нужно это исправить. А, это что, шутка? Я хочу, чтобы вы изменили оценку. Пытаешься меня подкупить? Я? Ни за что. Я бы и не подумала. Ах, понимаю. Секунду. Вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Обожаю свою работу. Не могу в это поверить. Эй, смотри, у меня 5 с плюсом. Что? Как? Ну, я просто умная. Что мне делать? Подождите, я понял. Это будет просто. Я исправлю оценку прямо на бумаге. Вот так. Гораздо лучше. Я заслуживаю 5 с плюсом. Мама и папа будут мной гордиться. Выложу эту фотографию на моей странице. Подожди, ты тоже получил 5 с плюсом? Конечно. На самом деле, все очень просто. О чем он говорит? Ничего не понимаю. О нет, этого не может быть. У меня закончилась тетрадь. Я знаю, просто возьму деньги. А, мне нужно больше. А можно помедленнее? Так много информации. Подождите, что он сказал? Дайте мне секунду. А можете повторить? Я не понимаю. Это очень важно. Вам понравится. Это же так интересно. Я поверю вам на слово. У меня закончилась бумага. Подождите, моя рука. Я просто напишу на ней. Так много информации.
Что за? О, вот и звонок. Ну, урок закончен. Я вытру доску. Мне было очень весело. Ну, всем пока. Что? Я не закончил. Что нам теперь делать? Я отлично выгляжу. Мне нравится эта помада. Не хочу опаздывать на урок. Осторожно. Что случилось? У меня шишка будет. Нужно собрать свои вещи. А? Это не мое. Как-то странно. Это твоя тетрадь. Шикарная. Дай сюда. Тебе такие вещи не по карману. О, моя печать. Я отмечу все свои вещи. Теперь сразу будет понятно, что принадлежит мне. Фу, мне все равно. О, клей-карандаш. Он мне может пригодиться. Мне не нужна роскошная печать. Да, это подойдет. Начинаем. Мне понадобится нож. С его помощью я вырежу фигурку на клее. Я уберу немного по бокам. Торопиться не нужно. Одна ошибка и все испорчено. Я уберу эту часть. Хм, нормально. Но мне нужен краситель. Я воспользуюсь краской. Вот так. Хорошо, настал момент истины. Я прижму клей к бумаге. Получится сердечко. Посмотри. Что за? У тебя тоже есть печать? Я тебе покажу. А, значит, вот как. Я все равно лучше. Ты никогда меня не победишь. О, она меня так раздражает. Это мой плакат. Это ты так думаешь? А вот и нет. Я всегда хотел себе такой плакат. Слишком медленно. Ха-ха, часы мои. Я могла бы делать это целый день. Это мой стол. Я всегда хотел себе этот приз. Что происходит? О-оу, это я зря сделал. Что? О, нет. Вы серьезно? Ну, все. Решение только одно. Я ставлю тебе двойку и тебе тоже. Да, думаю, это справедливо. Теперь убирайтесь отсюда. Мне нужна новая работа. Ах. Какой скучный урок. Что это? Откуда это взялось? Контрольная? Это правда? Что? Контрольная? Да нет, это наверняка шутка. Нет? Нет, никаких шуток. И это сложная контрольная? Ах, да ладно, я даже не готовился. К счастью, мне и не нужно готовиться. Я могу воспользоваться телефоном. Я положу его в свой пенал. У меня тут есть все ответы. Ха! Ага, этого я не знала. Это будет легко. Удачи, Дэвид. Я ничего не напишу. Наверное, снова получу двойку. Хотя... У меня есть отличная идея. Нужно только немного изменить ручку. Сначала я разберу ее. Мне нужно снять эту часть. Отлично. Теперь я прикреплю полоску бумаги к ручке. Здесь есть все ответы. Затем я верну эту деталь обратно. Главное, чтобы шпаргалки не было видно. Идеально! Теперь у меня все получится. Хм, как интересно. И учительница ни о чем не догадается. Мне просто нужно покрутить ручку, и я увижу ответы. То, что нужно. Надо поторопиться. И что здесь происходит? Отлично, контрольная. Одна из лучших. Я так стараюсь. О-о, нужно себя не выдать. Я поменяю изображение на телефоне. У меня ручка закончилась. Хм, хорошо. Уф, чуть не попался. Это точно. Она ни о чем не подозревает. Это наш секрет. Какие длинные у меня ногти. Обожаю. И так классно стучат. Особенно по стеклу. Привет, телефончик. Как ты? Так, мне надо отправить сообщение. Ау! Хватит! Колется! О, нет! Ненавижу! Эй, что с ним случилось? Что-то здесь не так. Он ожил и стал каким-то парнем. Приветик, я Джули. Но ты теперь человек, получается? Да, но кнопки по-прежнему на месте. Обожаю шопинг. Стоп! О, нет! Где мой телефон? Может, в каком-то пакете? Нет! Похоже, я его потеряла. Минуточку, он точно здесь. Черт! Да где же он? Телефончик! Куда ты пропал? Так-так, в машине он еще был со мной. Мы здорово повеселились, Джули. О, ну тогда пока. Он остался в машине. Эй, расческа, надо бы причесаться. Вау, прическа что надо. Да,
Можно и музыку послушать. О, Кайли что-то пишет. О, нет! А, сколько вибрации! Вау! Она кучу сообщений прислала. О, нет! О, нет! Кайли беспокоится. Мне больше не нравится сидеть в машине. Хоть бы кто-нибудь меня спас. Телефон! Телефончик! О, слава богу! Прости меня. Давай я тебя вытащу. Фух, как хорошо, что ты нашелся. Телефон? Телефон? Ты в порядке? Вот и провод. А куда его воткнуть? О, яблоко, должно получиться. Ну же, телефон, вернись ко мне. О, привет, Джули. Прости меня, телефончик, заряжайся пока. Итак, сегодня тот самый день. Телефончик, поможешь? Разошли приглашение, ладно? Супер, спасибо. Давай-давай. Привет. У меня для тебя сообщение. Вот оно. Пока. Фух. А вот и следующее. Привет. Привет. А что такое? Для тебя сообщение. Тебе сообщение. Тебе привет. Сообщение. Тебе привет. Ага, поняла. Спасибо. Пока. Тебе пщен. Прости, что? О, вечеринка. Здорово. Вау, а ты странный. Пожалуйста, уходи. Пока. Привет. Пока. Телефон, а вот и ты. О, какой потрепанный. Ты в порядке? Да, все хорошо. Просто устал. А, как-то это странно. О, иди сюда скорее. Здрасте, у меня телефон глючит. Вы сможете помочь? Конечно, сейчас все исправим. О, слава богу! Проходи, телефон. Эта приятная леди тебе поможет. Вау, да, с тобой беда. А-ау. Ну что, приступим? Не переживай, больно не будет. Ух, сколько у тебя тут всего. Ну что, как себя чувствуешь? Все отлично! Отлично! О, боже мой! О, это... Это слишком для меня. Как самочувствие, телефончик? Ужас. Все еще не очень. Ладно, пора действовать. Да, этот просто супер. Ого, как быстро. Осталось открыть. Кто? Кто это? Привет, Джули. О, кто это такой? Я телефон Джули. Теперь я понимаю, почему ты решила купить новый. Я так рада, что ты со мной. Новый телефон. Спорим, это очень вкусно? Просто нечто. А шоколад? Как же я обожаю шоколад. Вкуснятина. Что может быть лучше конфет? На очереди леденцы. Вы только посмотрите на это яблочко. Как пахнет. Оу, у меня идея. Ням, сахар, обожаю. Вот так. Позвоню Джули. Джули, тебе звонят. Что? Кто там? Бабуля! Надо спрятать конфеты. Так, я готова, отвечаем. Привет, бабуля, как дела? Джули, гляди, у меня для тебя яблочко. О, нет, спасибо, бабуля. А, понимаю. Но это еще не все. Апельсин. Спасибо, но я не голодная. Телефон, помогай. Джули? Джули, ты тут? Ох уж эти новомодные телефоны. Черт,
Потом позвоню. Ух, еле спаслась. Спасибо, телефон. Оу, кто-то звонит в дверь. Пойду открою. А? Джули, я тебе салат принесла. Ах, бабуля, спасибо. Да, теперь я буду здорова. Так, телефон, разбуди меня в 7. Не дай мне проспать тест по английскому. Вот так, пора за работу. Я школьный воин. Я точно сдам этот тест. А глаголы – это непросто. Уже 7! Пора на тест, Джули! Телефон, не шуми так. Окей, попробуем еще раз. Джули! Джули, пора вставать! Так, лучше я заткну уши. Джули, подъем! Вставай! Тебе нельзя больше спать! Проснись, солдат! Вау, а я классно играю! Надо собрать группу. Спасибо, спасибо, мои фанаты! Так, ну все, Джули! Надо разбудить ее во что бы то ни стало. О, какая она тяжелая! Бесполезно. Минуточку, а если за ноги? Джули, давай же! Ну же, телефон, ты сильный! О, я такой неудачник. Вау, что-то в сон клонит. А, я отлично выспалась. Как здорово, хорошо отдохнула. Стоп, сколько времени? Тест! Вот мой тест. Отлично, все молодцы. Джули, ты опоздала. Посмотри на время, тест закончился. Но это будильник не прозвенел. Я столько занималась. Извините, не получается дверь открыть. Ненавижу муравьев. О, что это? Ой, будильник. Получается, пора вставать. Где мой телефон? Окей, пора отключать звук. А, что за черт? О, где опять мой телефон? Вот же он, под одеялом. Как сложно просыпаться. И телефон опять пропал. Как так? Как он оказался в волосах? Каждый день его ищу. А может получится оставить его прямо так? Проще простого. Но сначала достанем 3D-ручку. Начинаем с таких линий. А потом возвращаемся назад. Вот так получилась сетка, похожая на вафлю. Берем другой цвет и делаем такой же рисунок, только меньше. Отлично, еще один элемент подставки готов. Берем следующий цвет и делаем сетку еще меньше. Теперь соединяем всю конструкцию. Вот и все детали. Готово, можно тестировать. Можно удобно повесить на кровать, и телефон не соскальзывает. О, вот и новый день. И телефон под рукой. Нельзя допустить, чтобы на экзамене списывали. А это еще что такое? Ой, и как же он там оказался? Я была уверена, что это сработает. Итак, Стейси, ты следующая. Сейчас, минуточку. Нельзя, чтобы учительница нашла мой телефон. Но как же мне пронести его в класс? Грейс, ты ведь не собираешься списывать, не так ли? Я? Да никогда. Подождите-ка, у меня есть идея. Пора позаимствовать у Грейса ее шлепанцы. Отлично! Идеальное преступление. Теперь нужно кое-что сделать. Надрез здесь, разрез там. Ну вот, готово. Теперь можно спрятать телефон в подошву. Никто его там не увидит. Заходи, Грейс. Надеюсь, это сработает. Нужно просто вести себя естественно. Кажется, все в порядке. Я не смогла найти никаких признаков шпаргалок. Удивительно. Я была уверена, что у Стейси что-то будет. Ну ладно.
Итак, сегодня мы все немножко изменим. Уберите свои скучные учебники. Да уж, точно. Вместо этого у нас будет неожиданный экзамен по химии. Круто, правда? Вам это понравится. Вот уж вряд ли. Что вообще происходит? Вы всегда портите мне все веселье. Какая разница? Я здесь главная. Итак, время экзамена. Она такая странная. Надо ее как-то успокоить. И запомните, никакого списывания, я серьезно. Мы все равно не напишем, так что какая разница? Давай уже с этим покончим. Я наблюдаю за вами как ястреб. Как ястреб! Все плохо. Смотри, какие тут вопросы. Так, что это вы там делаете? Мне не нравится, как это выглядит. Дайте-ка мне посмотреть. Я же сказала, никакого списывания. Да-да, как скажете. Я положу все это на видное место. Так, вот теперь у меня начинается паника. Нужно действовать быстро. Какой жестокий, прежестокий мир. Ух ты, красивый светильник. Ой, выключился. Эй, Эмили, это что, телефон? Давай его сюда. Я очень разочарована. Я верну его после урока. Ох уж эти дети со своими телефонами. Я уже нашла ответы. Ну и что мне теперь делать? Думай. Подождите-ка, возможно, мне подойдет этот ластик. У меня есть отличная идея. Думаю, я все-таки смогу написать этот тест. Мисс, мне нужно выйти, пожалуйста. Ладно, только давай по-быстрому. Хорошо. Пора приниматься за работу. Все, что мне нужно, это ластик и нож. Итак, разрежем ластик на две части, а затем положим сюда полоску липкой бумаги. И напишем на ней ответы. Нужно писать маленькими буквами, чтобы все уместилось. Теперь снова сложим две части ластика. Пора возвращаться в класс. Попробуем еще раз. Все будет хорошо. Почему ты так спокойно? Зацени! У меня есть ответы на все вопросы. А учительница ничего не подозревает. Они купили мне помидоры. Да. Ух ты, как круто! Эмили, что ты там делаешь? Ты что, списываешь? Что? Нет, даже и не думала. Это же всего лишь ластик. Видите, никакого списывания. Ну что тут скажешь, отличный экзамен. Думаю, она купилась. Отличный экзамен, спасибо. Так, я закончила. Наверняка я получу пятерку. А я заполучу этот ластик. Иди ко мне, моя прелесть. Мое. Мое навеки. Что за... Здесь что, замок или что-то в этом роде? Ничего не понимаю. Я сдаюсь. Думает, что она самая умная со своими модными ластиками. Удачи там, я сваливаю. Уже утро. Ну, еще 5 минут. Мне снился такой классный сон. Что? Который час? О, нет, я же в школу опаздываю. Нужно торопиться. Так, надеюсь, у меня есть что надеть. О, вполне сойдет. Я еще могу успеть на автобус. Подождите! О, нет, вернитесь! Подождите меня! Вот же невезуха. Ну, теперь-то я точно опоздаю. Я совсем не в форме. Ну ладно, хоть пробегусь немного. Что? Мэтью? Прошу прощения. Но мне это нужно. У этой штуки вообще есть тормоза? Пожалуй, остаток пути лучше пробежать. Нет, я просто не верю. Я так рада, что сегодня надела балетки. Еще увидимся, кошечка. Я почти успела. Извините, проспала. Все хорошо? Ты вспотела. И даже очень сильно. Такое выдалось утро. Пришлось бежать всю дорогу до школы. Так что это все не просто так. Что это за запах? Думаю, меня сейчас вырвет. О нет, я вся мокрая. Как же неловко. Да, дела. Но не волнуйся, я могу помочь. Тебе помогут эти гигиенические прокладки. Мне понадобится твой топ. Давай, снимай же. Поверь мне, это сработает. Хорошо, но Мэтью лучше не смотреть. Спасибо, это недолго. Сначала нужно вывернуть его наизнанку, затем снимем с прокладки подложку и приклеим ее к топу. Нужно приклеить их везде, где есть пятна от пота. Еще одна и готова. Ну вот, пожалуйста. Ух ты, ну ничего себе! Надо же, какая разница! Как раз то, что было нужно. Спасибо! Надо же, какой свежий воздух! И больше никакой вони! Как дела, Стейси? Может, этот день вовсе не так уж и плох? Рановато я пришла на урок. Можно немного послушать музыку, пока не придет учительница. Надо достать наушники. Ага, вот же они. Это поможет расслабиться перед уроками. Что? Это так странно. Мои наушники превратились в шоколад. Что происходит? Минуточку. Кажется, я знаю, что произошло. Надо же, как мило. Я шоколадная фея, и мне нравится дарить шоколадное счастье. Как вкусно. А это что такое? Самое время немного повеселиться. Всем же нравится шоколад.
Она права, я люблю шоколад. С удовольствием это съем. Так, а что если это была не шоколадная фея? Ой, что это? Выглядит забавно. Эй, не трогай! Это мое. У меня никогда не бывает хороших вещей. Стейси такая злюка. Кто это там звонит? О, это Джейк, моя любовь. Он такой милый. Привет, дорогой. Ну я и покажу. У меня есть отличная идея. Ну вот, Ровер, делай свои дела. Какая большая кокуля. Надо же, какой умный песик. Мне кое-что понадобится. Ага, как раз то, что нужно. Превосходно. Я не буду к этому прикасаться. Это же мерзко. К счастью, я пришла не с пустыми руками. Это вполне подойдет. Наполним шприц какашками. Кстати, у меня есть немного шоколада. От розыгрышей так хочется есть. Этого должно хватить. А теперь впрыснем это в коробочку. И в другую часть. Нужно подождать, пока не затвердеет. Наверное, уже готово. Отлично выглядит. Пора мне положить их обратно. Это научит Стейси не жадничать. Пока, до скорого. Он самый лучший. Надо вести себя спокойно, она ничего не заподозрит. Ладно, мне пора в школу. Вот только соберу сумку и пойду. Не забыть бы наушники. Да уж, не забудь. Этого не может быть. Нет! Ваши результаты. Это что, шутка? Может, можно исправить? Не получается. Что же делать? Двойка. А если попробовать соскрести? Вот это облом. Так, думай. Ага, придумала. Берем клеевой пистолет и клеевую палочку. Наносим немного клея. И прижимаем к оценке. Подержим несколько секунд, и она останется на клее. Я просто гений. Ну, не совсем. Теперь ставим новую оценку. Я достойна пятерки. Зацените. Ты такая умная. Хвастунишка. Поделишься ответами в следующий раз? Погоди, ты знал, что сегодня тест? Пс. Что это за странный парень? У меня есть то, что вам нужно. Математика, английский, большой выбор. Убедил. Оплата вперед. Ну, конечно. Посмотрим, что у меня есть. Думаю, этого хватит. Держи. Это стильные ответы всегда под рукой. Вау, как здорово. Спасибо. Еще один довольный покупатель. Привет, вы мне поможете? Со стилем? Я же не волшебник. Я так волнуюсь. Это самый умный ластик на рынке. Помогает в учебе. Мне тоже нужно купить ответы. У меня еще оставались конфеты. На это много не купишь. Извините, что у вас есть на это? Ха-ха, очень смешно. Отойди. А я покатился дальше. Можно было просто уйти. Отлично, и что мне теперь делать? Минуточку, у меня идея. Стоит попробовать. Надеваем чехол на экран. И теперь можно листать ответы. Я готова. Только попробуйте списывать. Не на моем уроке. Это лучше спрятать. Посмотрим, что скажет сканер. Это плохо кончится. Я так и знала. Шпаргалка на ластике. Это возмутительно. Надо носить эту шляпу на все экзамены. А тут что происходит? Этот сканер не обмануть. Спрятал ответы под шляпой? Ох, черт. Пока все хорошо. О, учительница идет. Я знаю, что найду тебе шпаргалки. Пожалуйста, не пикай. А, сломался что ли? Я просто не списываю, мисс. Какая молодец. Я сдаюсь. Отлично поспала. А сколько времени? О нет, я опаздываю. Надо торопиться. Пора одеваться. О-о-о-о! Кажется, у меня слишком много одежды. Моя голова. Ну, хоть время сэкономила. Привет, мам! Будешь завтракать? Что на тебе надето? Что? Прости, мам, мне пора. Какая она странная. О, нет! Опять? Ну, не каждый же день.
Привет! Мне надо бежать, мам! В чем она сегодня? Ей надо лучше одеваться. Какой беспорядок! Повсюду одежда валяется. Почему я должна это все убирать? У меня отличная идея. Сначала вытащим всю одежду. И повесим органайзер. Все уже стало так аккуратно. Наряд на каждый день. Вот так. Мама все устроила. Просыпайся! Пора собираться в школу. А? Мне такой хороший сон снился. Пора одеваться. Та-да! Давай же. Хорошо, я встала. Смотри, как все аккуратно. Вау, мам! Это же вся моя одежда. Ты собрала мне комплекты. Какая классная идея. Все так хорошо сочетается. О нет, сколько время? Ты моя малышка. Хорошего дня. Спасибо, мам. Ты лучше всех. Мой любимый единорог. Такой милашка. Но надо бы его раскрасить. Фломастеры где-то тут. Ой, это не к добру. Все испачкано чернилами. Как теперь рисовать? Мам! Что такое, милая? Ты только посмотри. А он, дорогая, все хорошо. Мамочка все исправит. Сначала все отмоем. Зачем нам такие грязные руки? А если рюкзак? Не получается. Подожди, сейчас купим новый. Только телефон достану. Вау, рюкзаки сейчас такие дорогие. Все будет хорошо. Мамочка только деньги посчитает. Ого. Я знала, что все будет плохо. Не люблю, когда она так расстраивается. Минуточку. Кажется, я знаю, что делать. Должно сработать. Чтобы спрятать пятно, нам понадобится разноцветный фетр. Вырежьте детали для единорога. Нанесите клей на каждую. Убедитесь, что клея хватает. И приклейте деталь на рюкзак. Повторите то же самое со всеми остальными, постепенно скрывая пятно. Не забудем про глазки. У единорогов выразительные ресницы. Какая красота! Привет, милая, как ты? Я хотя бы чернила с рук отмыла. Смотри, что сделала мамочка. Вау! Рюкзак с единорогом! Как мне нравится! Спасибо, мам! Всегда пожалуйста, дорогая. Он просто супер! Это я знаю. Точно. А? Отлично, карандаш сломался. То, что надо. Тихонечко заберу. Что это ты делаешь? Это мое. Завидуешь? О, да, как хорошо. Так, это как-то странно. Ну да ладно. Куда же я делала точилку? Не, может тут? А, только мерзкая жвачка. Что же делать? Ау, что-то в кроссовке. Что там? Моя точилка. Так и знала, что куда-то спрятала. Это так мои кроссовки пахнут. О, какая вонь. Ну хоть точилку нашла. Минуточку, у меня идея. Мне нужно немного жвачки. Отлично, может сработать. Кладем жвачку на кольцо. И приклеиваем точилку. Теперь не потеряется. Бе-бе. Вау, выглядит классно. И так удобно. Теперь можно дорешать примеры. Луна! Не делай так больше. Привет. Давай, иди сюда. Я тут домашку делаю. Ладно. А я буду рисовать. Хорошо. Вау, как красиво. Это домик. Я почти закончила. И я. Смотри, Луна. Что ты делаешь? О-оу. Это не я. Все тетради изрисовала. Прости. Ну, красиво же. Все испорчено. Только посмотри. Что же делать? А это может сработать?
Похоже, пора спрятать эти шедевры. Сначала положите на тетрадь лист бумаги. Затем фломастерами нарисуйте узор. Используйте разные цвета, чтобы было еще красивее. Смотрится хорошо, но это еще не все. Затем берем пакет и наливаем в него чернила. Только не пролейте. Когда будет готово, запечатайте пакет и положите его на блокнот. Распределите чернила. Возьмите фетр и сделайте бортики для блокнота. Приклейте и веселитесь. Это отлично займет время, когда скучно. Какая крутая идея! Я ничего не делаю, правда? Эй, все в порядке? Смотри, это мне? Да, конечно! У-у-у, как весело! Ух. Смотри, получаются классные фигуры! Спасибо, Луна! Обменяю эту милую собачку Пупит. Смотри-ка. Нет, этого недостаточно. Как насчет арбузика Сквиша? О, по рукам. Смотри, что у меня есть. Айфон. Ого, я дам тебе этот гигантский леденец. Хорошая сделка, не так ли? Это требует намного больше. Не останавливайся. А ты умеешь торговаться. Хочу еще. Ты издеваешься? Это все, что у меня есть. Придется тебя немного смутить. Довольно. По рукам. Наконец-то. Давай сюда мой леденец. Верни мои вещи. О, интересно, что внутри. Можно я открою? Пожалуйста. Ого, это телефон. Этого я не ожидала. Он мой. О, мне нравится эта игра. Как весело. Эй, так нечестно. Там должно быть что-то еще. О, какое разочарование. В другой раз повезет. Не могу как следует держать телефон. Что это? Это мне ни к чему. А? Что это такое? Ого! О, как мило. Такая мягкая. Попробуем это выдавить. О, как приятно. Противненько, но мне нравится. Не может, не может быть. Я же почти выиграла. Нет. Ты меня пугаешь. Дурацкая игра. Хочу что-нибудь сломать. Получай. Как же я зла. Остановись. Оу, Габи, попробуй вот это. Что? Дай сюда. Идеально. Как мягко и приятно. А мне даже нравится. Я чувствую, как злость тает. О, я могу делать это весь день. Класс! Сожми ее, давай. Серьезно? Ладно, попробуем. В меня-то зачем? Ого, в яблочко. Упс, я случайно. Но впечатляющий выстрел, согласись. Какая гадость! Фу! О, что у нас на этот раз? Давай откроем вместе. Поехали. А? И все? Стручок гороха? О, смотри! Вау! Рассмотрим поближе. О, я поняла. Это игрушка антистресс. Потрясающе! Горошек выглядывает из стручка. Эшли, смотри. Не думаю, что это игрушка. Что же мне с этим делать? Минуточку. Бонжур. Это случайно не ваше? Давайте сюда. Эй, не так быстро. Стойте. Что вы наделали? Простите, наслаждайтесь стручком. Что же мне теперь делать? Попробую использовать эти бусины. Но для чего? Привет, горошек. Стойте. Придумала. Мне понадобятся бусины и резинки. Просуну резинку через дырку. Вот так. Теперь украшу бусинку. Нарисую на ней смайлик.
О, какой счастливый! Я вырезала фигуру в форме стручка из картона. Теперь приклеим резинку к картону. Надо покрыть кончики, чтобы все хорошо держалось. Когда клей высохнет, сверните картон. А теперь сожмем. Выглядит супер! И кому нужны эти модные игрушки антистресс? Это ничуть не хуже! Смотри! Ого! Можно мне тоже попробовать? Обменяемся? Ладно, почему бы нет? Спасибо, держи! Ого, как здорово! Ты такая умная, Эшли! Как-то скучновато. Ого! Этого я не ожидала! Это было супер круто! Заглянем внутрь. Да ладно! Туалетная бумага? Что? Полагаю, можно оставить ее на потом. Или использовать как телескоп. Туалетная бумага? Эй, ты меня видишь? Эй, нечего смеяться. А у тебя что? О, точно. Чуть не забыла. Надеюсь, там что-то хорошее. Что это такое? Это арахис? Я ожидала чего-то более интересного. И что я должна с этим делать? О, минуточку. Тут еще. Интригующе. Куда они ведут? Остались только я и моя туалетная бумага. Что же мне делать? Это поможет скоротать время. А? Арахис? Что он делает в моих хлопьях? Ага, и еще одна подсказка. Не обращайте внимания. Эшли, тебя тут не должно быть. О, тут след обрывается. Возьму это. И это должно быть весело. Что ты делаешь? Хуже не придумаешь. Точно. Эй, смотри, что я нашла. Мини-пень? Ничего не понимаю. Как он работает? Ого! Не может быть! Ты это видела? Я тебе завидую! У меня только эта втулка. Погоди-ка! Я знаю, что делать. У меня есть небольшая полоска бумаги. Оберну ей втулку от туалетной бумаги. Затем склею концы вместе. Теперь нарисую на ней узоры. Хочу, чтобы это было похоже на пень. Вроде неплохо. Теперь вставлю внутрь воздушный шарик. Вытащу кончик шарика с другого конца. Шарик вошел идеально. Теперь приклею пару бумажных рук к шарику. Вот так. И нарисую на нем рожицу. Главное не лопнуть шарик. А теперь сожмем трубку. Все, как я и представляла. Смотрите. Он выглядывает. Ха! Что скажешь, Эшли? О, как здорово! Это наши маленькие выглядывающие друзья. О, какие очаровательные! Я думала, ты в этом мастер. Ого! Это мне никогда не надоест. Можно я открою? Давай. Шарики. Много-много шариков. Могли бы и надуть. Открывай свою. Ладно. Обожаю сюрпризы. Ого! Смотри! Но что это? Тут еще игрушечная машинка. Для чего она? Во всяком случае, это лучше шариков. Начну надувать. Это может затянуться. Попробуем еще раз. Что с ними не так? На третий раз повезет. Смотри, получается. Главное не останавливаться. Нет. С шариками покончено. Можешь забрать их себе. Здесь должно быть что-то еще. О, шарики Габи. Стойте. А что если... Я знаю, зачем эта штука. Прикреплю машинку к свинке. Затем натяну шарик на этот носик. Кажется, все готово. А теперь качаем. Работает. Нажму на кнопку. Машинка едет. Вы только посмотрите. Ого, как круто.
А? Что там за шум? О, как круто! Просто гениально! Это навело меня на мысль. Пора за работу! Сделаем дырки в этом листе картона. Я надула розовый шарик. Теперь просуну его через дырку. То же самое проделаем и с другими шариками. Цвет шариков должен соответствовать цвету ряда. Все дырки заполнены. Вау! Это же гигантский Simple Dimple! Просто нажимаем на шарики. Приятное ощущение. Эшли, смотри, что я сделала. А? Вау! Прикольно! Видишь, шарики — это не так уж и плохо. Эй, смотри, что у меня. Давай проведем небольшой опыт. Тина. Разве это батарейка? Вот это батарейка. Соединим их вместе. Осторожно. Вау! Что произошло? Кажется, мы отключили электричество. Использую фонарик телефона. Может, удастся починить? Твой фонарик слабеет. О нет, батарея садится. Как всегда. Хорошо, что у меня есть зарядка. Беспокоиться не о чем. Ах да, у нас ведь нет электричества. Может, это сработает? Ты так думаешь? Что ж, удачи. О, что это? Конфеты и лимонад. Обожаю. О, дай мне это. Эй, Тина, это мое. О, поняла. Вот, тебе может понадобиться. Ты всегда с собой это носишь? Отойди, тут работа для профессионала. Профессионал. Черный пояс тебе пока не светит. Давай сюда. Я просто достану мякоть ложкой. Так безопаснее. Окей, выглядит неплохо. Теперь нальем лимонад. И добавим мятные конфеты. Зацени эти пузыри. Давай подключим. Осторожнее, могут быть искры. О, почему не сработало? Мы же забыли самое важное. Вставлю это в розетку. И как я раньше не додумалась? А, все в порядке, это все я, моя работа. О, какой большой прыщ. Привет, Эльза. Осторожно. Фу, какая гадость. Добро пожаловать домой. Нельзя выдавливать прыщи. Но этот такой сочный и большой. Хватит. К твоему счастью, у меня есть как раз то, что нужно. Где же оно? О, это то, что мне нужно. Смотри. Теперь тебе будет чем занять руки. О, интересно. Спасибо, Нора. Стоит попробовать. Начнем с этого. Ух ты. Вот это извержение. Это так приятно. Прыщи закончились. Что бы такого еще полопать? Стоит ли? Можно ли? Это мой шанс. Посмотрим, что еще интересного есть у Норы. Ух ты, посмотрите. Тут целый магазин игрушек. О, он великолепен. И он мой. Будет немного грязно. И противно. О, да, класс. Еще, еще. Хочу еще. Не могу остановиться. О, это последний. С этим покончено. И что мне теперь делать? Он огромный. Как же устоять? Мне нужна защита. Я готова. Вы только посмотрите. Эта склизкая гадость готовая вот-вот взорвется. Не смей. Что? Она ниндзя? Я знала, что ты это сделаешь. Положим пузырчатую пленку на кусок картона. Заполним шприц краской. И впрыснем ее в пузырь. Надо заполнить его полностью. Затем сделаем то же самое с остальными пузырьками, используя краски разных цветов. Просто так веселее. Этого должно хватить. Теперь отдам это Эльзе. Держи, лопай сколько угодно. Вау, это потрясающе. Как будто все мои дни рождения наступили одновременно. Ух ты, это как раз то, что мне нужно. Все такое липкое и гадкое. Класс, я могу заниматься этим весь день. Мне кажется, со мной что-то не так. Не могу остановиться. Надо лопнуть их все. Это так успокаивает. А, я сейчас в полном дзене.
Остался всего один. Вау, хорошо, что я надела перчатки. Я бы неделями оттирала руки. Спасибо, Нора. Я уверена, что Брайан флиртовал со мной. А? Ух ты, пойдем посмотрим. Не знаю, а как же инопланетяне? Ну же, хорошо, но если я увижу хоть одного пришельца... Ух ты! Что это на нас? Назад! Ладно, это было странно. Давай еще раз. Давай, давай! Сколько тут всего? Вау, так это и есть будущее. Оно намного блестящее, чем я себе представляла. Как думаешь, что делает эта штука? Не может быть, как круто! Что бы нам выбрать? Не, что там дальше? Нет, это мы пропускаем. Подожди, смотри, это робот. Мы должны его заполучить. О нет, что происходит? У меня плохое предчувствие. За нами что-то есть? Это робот. Давай его рассмотрим. Вау, это потрясающе. Эй, возьми маркер. А? О, точно, хорошая идея. Проведем линию на бумаге. Убедитесь, что она прямая. Не стоит усложнять ситуацию. Давай его протестируем. Итак, маленький робот, пришло твое время блеснуть. Ух ты, это потрясающе. Почему он ходит кругами? Надо просто поставить его на линию. Вау, разве технология не удивительна? О нет, что я наделала? А, что происходит? Вот и все, это восстание машин. Расслабься, подумаешь. Мне кое-что пригодится. Останови это, останови! Приступим. Разрежем коробку из-под сока по диагонали. Вот так. Далее вырежем из бумаги синего. О, он такой милый. Для следующего этапа мне понадобится скрепка. Согнем скрепку, чтобы придать ей форму. Должно получиться вот так. Приделаем скрепку к ноге синего. Теперь мне нужна одна половина коробки. С обеих сторон проделаем отверстие. Просунем скрепку через отверстие. Стоит ее покрутить, как синий начинает бежать. Это очень круто. Эй, Эльза, смотри! Что? Что это? Просто смотри, он ходит. Это наводит меня на мысль. Поместим его в банку. Надеюсь, сработает. Получилось! Сигнализация отключилась. Пора отсюда выбираться. Наконец-то мы в безопасности. Вот это гонка. Давай пока останемся в этой временной линии. Наконец-то этот день настал. Я не готова. Столько всего надо выучить. Все это не имеет смысла. Ну, вы только посмотрите. Я так напряжена, даже не могу сосредоточиться. Подождите-ка. У меня есть идея. Мне просто нужна моя суперсекретная коробка. Здесь есть все, что мне нужно. Посмотрим. Мне нужен этот насос. А еще мне нравится этот зеленый шар. Разместим его на сопле насоса. И теперь надуваем. О, он увеличивается. Прямо как воздушный шар. Достаточно. Заткнем отверстие. Теперь надо его украсить. Добавим уши и рот. И ноги. И, наконец, приклеим волосы. Это поможет мне расслабиться. Что это? Дай сюда. Нет, он мой. Отдай. Нет, сделай себе сама. Вот, значит, как. А как тебе вот это? Да ты издеваешься. А, как ты меня достала. О-оу. Нет, что я наделала? Прости. Только не сердись. Подождите, этот скотч может пригодиться. Думаю, я знаю, как все исправить. Сейчас вернусь. Нам понадобится скотч. Вот такой кусочек. Далее берем металлическую соломинку и оборачиваем конец соломинки скотчем. Нужно ее запечатать. Крепко-накрепко. Затем берем фен. Нагреваем пленку, а затем дуем через соломинку. Нужно сделать пузырь. Вот так. Теперь приклеим к нему несколько пластиковых деталей. Добавим рожицу. Это глаза. А теперь нос и рот. И, наконец, нарисуем усы. Думаю, готово. Я сделала это для тебя. Они такие мягкие. О, и правда симпатичные. Спасибо, Эльза. Это так мило. Пойдем, нам нужно заниматься. Знаешь, теперь я не так волнуюсь. Думаю, все готово. Хочу, чтобы это был самый лучший день рождения. Нора, ты пришла! Я так рада тебя видеть! Закрой глаза! Я обожаю сюрпризы! Открывай! Интересно, что это такое? Ух ты! Это снежный шар! Он такой красивый! Оу! Куда он делся? Этого не должно было случиться! А-а-а!
Это худший день рождения в истории. Ничего, мы все исправим. Надо действовать быстро. Соберем слезы Эльзы в эту банку. Давай, продолжай в том же духе. Ого, как много слез. Но они точно мне пригодятся. Вот, подержи. Пора немного поработать. Во-первых, нам понадобится клей. Добавим несколько капель в банку. Думаю, этого достаточно. Что дальше? О, да, блестки. Насыпем их прямо туда. Немного сияния не помешает. Какие красивые звездочки. Но нам нужно больше. К счастью, у меня есть целая куча блесток. Отлично, теперь перемешаем. Ух ты, выглядит волшебно. Теперь надеваем крышку, чтобы ничего не пролилось. Теперь потрясем хорошенько. Вау, я могу смотреть на это вечно. Так завораживает. Если перестать трясти банку, то блестки и звездочки начнут кружиться. Это так красиво. Скорее бы показать это Эльзе. Почему это должно было случиться со мной? Эй, улыбнись. Оставь меня в покое. Посмотри, что мне есть. Вау, прямо как в снежном шаре. Ого, ну ты и плакса. Надо все это вылить. Зато цветы польем. Это самый лучший подарок. Мой день рождения спасен. Спасибо, Нора. Ты самая лучшая подруга на свете. Ух ты, мне не терпится попасть на космическую вечеринку. Она будет просто неземная. Эй, заходите. Мне нравится твой костюм, Эльза. Спасибо, я сама его сделала. Чего же ты ждешь? Проходи. Ух ты, привет. Погоди-ка, что это? Ты же знаешь, что это костюмированная вечеринка. Да, и что? Что на тебе надето? Дай мне секунду. У меня есть это. Это маленькая лягушка. Ясно. И зачем ты мне это показываешь? Ух ты, пузыри. Ага, круто, правда? Все любят мыльные пузыри. Они приносят радость и счастье. Это очень весело. Можешь проходить. Вау, я люблю свою работу. Эльза, ты здесь? Я не могла это пропустить. Эй, Нора, иди сюда. Нора, давай веселиться. Эй, смотри, что у меня есть. Ого, как много пузырьков. На всех хватит. Этот малыш распространяет позитивные вибрации. Ой, что-то не так. Что происходит? Я буду там. О, нет, что же нам делать? Стой, у меня есть отличная идея. Никуда не уходи, нам понадобятся эти соломинки. Это снесет тебе крышу. Мне понадобится моя резинка для волос. Обернем ее вокруг соломинок. Вроде надежно. Мне нужны конфетки. Это голодная работа. Ладно, держи. У меня есть дела поважнее. Нальем газировку в тарелку. Совсем чуть-чуть, идеально. Теперь окунем соломинки в газировку. Передвигаем соломинки так, чтобы покрыть их все. Готова увидеть что-то крутое? Ух ты, ты сделала пузыри. Не останавливайся. Ух ты, это потрясающе. Погодите, я так устала. Ладно, поехали. Не останавливайся, Эльза. Слишком много деревьев в этом лесу. О, сколько времени? О, боже. Посмотрим, все готовы к началу урока? Не похоже. Ну ладно, мы начинаем. Я приготовила для вас циркули. Вы должны нарисовать круги, как вот эти, на доске. Окей, выходите к доске и берите циркули за работу. Ну вот, поверить не могу, какой отстой. Каждый берет по циркулю и делает, как я сказала. Эй, минуту, а мне не досталось. А? Что такое? Она снова уснула. И что мне теперь делать? Да что за день такой? Как мне быть? Разве можно нарисовать круги без циркуля? Из инструментов у меня одна линейка. Не могу понять, как он вообще работает. Бесполезная штуковина. Никакой круг не выходит. Да ладно, у Джейка есть циркуль, но он не умеет им пользоваться. Как же бесит эта штука, такая неудобная. О, достал уже. Вау, у нее тоже проблемы. Эй, я знаю, что делать, просто раздвину его и вуаля. Круто? Может, у меня лучше выйдет с моей линейкой. Попробую обвести вот так. О, нет, это не работает. А может, удастся обойтись совсем без линейки? Не выходит. Ну же, линейка, нужна твоя помощь. А, кажется, у меня есть идея.
Нанесу на линейку отметки через каждые 2 сантиметра по всей ее длине. Хорошо. Теперь надо проделать маленькую дырочку в каждой из этих точек. Идеально. Все готово, чтобы попробовать. Кладем линейку на бумагу и вставляем кончик карандаша в дырку в центре линейки. Вставляем второй карандаш и поворачиваем. Проведем над рукой вот так, и рисунок готов. Отлично, настоящий круг. Невероятно, ты смогла нарисовать без циркуля. Вы только сейчас мне его принесли? Спасибо, конечно. Просто кошмар, ненавижу учить математику. Некоторые из формул вообще понять не могу. Я сдаюсь, это абсолютно не мое. Это еще что такое? Это мягкая игрушка для тебя, ты поиграешь со мной? Извини, я не могу, мне нужно доделать домашнюю работу. Так хочется лечь поспать, я устала. Упс, я не сплю. Нужно хоть что-то из этого доделать. Что происходит? Где это я? Столько ошибок в тесте я еще не видела. Я вчера ничего не выучила, теперь точно завалю. Доброе утро, как тебе мой шарик? Давай поиграем. Смотри, я привязала к шарику ленточку, чтобы он не улетел. Эй, может быть, мне это пригодится? Берем воздушный шарик и маркер. Пишем формулы. А теперь выпускаем из шарика воздух. Хорошо. Они стали совсем крошечными. Приклеим вот тут скотч. Осторожно держим шарик и снимаем кусочек липкой ленты. Осталось наклеить его на ноготь. Подходит замечательно. Окей. Попробую написать тест с моей маленькой хитрой шпаргалкой. Никто ничего не заметил. Я такая умная. Проверим, не списывает ли она. Где тут шпаргалки? Так, посмотрим внимательнее. Мне нужен фонарик. Эй, повернись ко мне и открой рот. Ладно, все чисто. Молодец, что не списываешь. Уф, чуть не попалась. Я лучше. Ух ты, смотрите. Это кто, Элли? Где она нашла такой костюм из попитов? Нравится? Это эксклюзив. Знаете, как еще их можно использовать? А, да, у меня классно получается. Готово. Я весь перепачкался. Куда мне положить палитру? Туда нельзя. Положу пока сюда. А потом уберу. О, превосходно! Столько деталей. Но я бы добавила цвета. Да, вот так. Вы только что сели на тот стул? Ну да, а что такого? О, нет! Кто это сюда положил? Моя юбка! Надо было сказать. Мне нужна новая палитра. Погодите! Это может сработать. Проблема решена. Прекрасно, Мэтт. Мой попит. Теперь все на своих местах, видите? Готово. Надо поторопиться. Не хочу опоздать на фильм. Умыло такой приятный запах. Какое скользкое. Да стой же ты! Куда ты летишь? Полка! Простите. Куда же ты? Это мыло? Что это было? Это еще что? Это из ванной? Что за дела, Элли? Прости. Ну, спасибо. Постой! Я знаю, как это исправить. Спасибо. Эй! Доверься мне. Сначала вдавим все пупырки внутрь. После этого растопим мыло. Теперь нальем его в попыт. Аккуратно заполним все части. И примерно через час мыло застынет. Теперь будет за что держаться. Круто, да? Мэтт, лови! Что там? Я добавила мылу рельефа. Теперь оно не выскальзывает. Дай потрогать.
Мне нравится. И первым делом... Когда он так запачкался? Половина пупырок порвалась. Таким нельзя пользоваться. Доктор! Еще один порвался? Из-за меня. Как насчет этого? Тогда же интересней. Нет, мне страшно. Вы должны мне помочь. Кое-что я могу сделать. Как насчет этого? Это попыт моей юности. Тебе понравится? Положите вот так и возьмите любимые цвета, чтобы раскрасить точки. Ну разве не здорово? Интересно. Стоит попробовать. Начинай! Потрясающе! Плавный переход осуществлен. Вряд ли я смогу помочь. И еще один в мусорку. Спасибо, доктор. Не спать. Наконец-то перемена. Мне нужно как-нибудь взбодриться. Обхохочешься! Ты должна это увидеть. Ну да, этот парень странный. Ха! Упс! Это отвратительно. Я сейчас ее уберу. Как же мне ее оторвать? Плохая идея. Мой пупит подойдет. Вначале надо кое-что сделать. Вырежем сердечко. Откроем тетрадь. Нанесем горячий клей на обложку внутри. Со всех сторон по краям. Вот так. Положим красивую бумагу сверху. Закроем тетрадь. Теперь последний шаг. Нанесем побольше клея на сердечко. И положим попыт сверху. Да! Мэтт, это твоя новая тетрадь. Можно нажать. Это весело, спасибо. Пора подкрепиться. А где все еда? Может быть, здесь что-то есть? Полная банка ничего. Бинго! Как раз то, что я искал. Только для меня. Здесь только фантики? Облом. Здесь такой беспорядок. Вещи лежат непонятно где. У тебя аллергия на уборку? О, закончились. Ага. Я поделюсь с тобой секретом. Догадался? Положите попыт. Насыпьте сахар в каждое отверстие. Возьмем пищевые краски. Симпатично, да? Продолжаем. Теперь другой цвет. Окрасим каждый ряд в новый цвет. Теперь почти готово. Нагреем и заморозим. Теперь они застыли. Домашние конфетки. Не спеши. Их можно выдавливать вот так. Попробуй. Спасибо. Очень вкусно. Теперь время уборки. Я совсем не против. Я у тебя в долгу. Да, быстрей, давай. Это что там, телефон? Не на уроке. Он даже на меня не смотрит. Эй! Знаю, нельзя. Я же выигрывала. Это совсем не то. Что мне теперь? Сесть за уроки? Стоп! Да! Тик-тик! Да! А это что? Почти! Та-да!
теперь попробуй поймать меня. Она это серьезно? Это просто попыт. Он не запрещен. Сейчас посмотрим. Всегда сам хотел попробовать. А мне нравится. Все в порядке. Я выиграю. Ты сможешь. Просто ужас какой-то. Надеюсь, что это правильно. Я так старалась. Как же это решить? Кого я обманываю? Все неправильно, так ведь? И чего я так разволновалась? Это же так трудно. Смотрите и учитесь. Нужно просто сделать вот так. Та-да! Да, знаю, я гений. Как? Не может быть! Ура! Свобода! Видела лицо училки? Я не могу поверить, что Кевин подложил подушку-пердушку ей на стул. Ты влюбилась в Кевина! Эй, хватит дергать меня за волосы! Стоп! Я должна кое-что тебе показать. Это мой новый друг. О, какой он милый. А теперь смотри сюда. А? Что случилось с моим мишкой? О нет, у меня потекли ручки. Вот же невезуха. Мама будет в бешенстве. А ну отдай, ты меня так расстроила. С меня хватит, уходи. Какой позор для семьи. Куда же мне пойти? Что ж, теперь я бродяга. Здесь только я и открытая дорога. И гигантский медведь! Может, он хочет, чтобы его обняли? А может и нет. Так быть не должно. Я не хочу, чтобы меня съел медведь. Кажется, у меня есть идея. Нанесем клей на тюбик с чипсами, чтобы получилась рамка. Пройдемся по всему периметру и оставим небольшой промежуток, а затем приделаем сюда молнию. Вот тебе новый пенал. Это мне? Класс! Не могу дождаться, чтобы им воспользоваться. Где мои ручки? Просто идеально. Микки, ты самая лучшая. Это точно. А еще я очень скромная. Внимание, класс! Сегодня мы будем писать тест, и он будет очень сложным. Итак, первый вопрос. В какой пробирке щелочной раствор? В этой или в этой? Я знаю. В синей пробирке. А ты как думаешь, Стейси? Согласна? А, я не уверена. Мы это проходили, ты должна это знать. Най бардак! Вам может понадобиться... А? Ну ладно. Попробуем кое-что другое. Кто это? И опять я все знаю. Это парень со смешными волосами. Что ж, технически ты права. Какая она умная. А это что такое? Не знаю. А я знаю. Это мензурка. Ты сегодня в ударе, Микки. Спасибо. Кто сможет решить эту задачу? Это очень сложно. Невероятно, как же тут грязно. Не забудьте использовать. А, вы это видели? Да ладно. У вас есть 4 варианта. А как же это сложно. Только не для меня. Откуда она знает ответы на все вопросы? Ну не может же она быть настолько умной. Я впечатлена, Микки. Наверняка она жульничает. Вам помочь? Да, ты исписал всю классную доску. Теперь она будет выглядеть как новенькая. Эй, что это вы делаете? Прекратите! Отпусти мою тряпку, я серьезно. Вот мой шанс. Мне просто нужна небольшая помощь. Люблю технологии. На чем мы остановились? Стейси, ты что, списываешь? Я? Конечно, нет. Ну ладно. Эй, Стейси, дай мне телефон. Скорее, пока не видит учительница. Спасибо. Вот следующий вопрос. Я знаю, как помочь. Итак, нанесем клей по краям чехла. С помощью клея сделаем еще одну полоску. А теперь приклеим к чехлу карандаш. Сделаем то же самое со всем чехлом. Нужно, чтобы телефон не было видно. Это решение всех твоих проблем.
Ладно. Кто может ответить на этот вопрос? Микки? А это еще что? А? Это? Да, всего лишь мои карандаши. Ну ладно. Вот, возьми. Ого, спасибо. Я положу это прямо здесь. Все ответы будут у меня под рукой. Ну же, я не могу ждать целый день. Потрясающе! Я знаю! Вот правильный ответ. Очень хорошо. Спасибо, Микки. А? Что там происходит? Кошмар! Ну ладно. Здрасте. Не так быстро. Ничего не хочешь мне рассказать? А вот и он. Никаких телефонов, помнишь? Ладно. Спасибо. А теперь причешись. Как это грубо. Хотя... Конечно. Сейчас вернусь. Нужно спрятать телефон? Воспользуйтесь пластилином. Прикрепите шарик на край расчески. И распределите по бокам. Главное зацепить края телефона. Теперь на вид это просто расческа. А ручка удобная. Я красотка и гений. Так-то лучше. Можно? О, какое хорошее зеркало. И как я его раньше не замечала? Держи, оставь себе. Вот теперь заходи. Получилось. О, нет! Они снова проверяют телефоны. Нужно что-то придумать. Как же пройти? Он вряд ли поможет. Внутри будто другой мир. Да ладно! Дошло! Была не была. Крис? Ты ко мне обращаешься? Можно мне? Ну уж нет. Ну, пожалуйста. О, но не за просто так. Мерзко. Ну, ладно. Сочные полные губки ждут тебя. А, вот, целую это. Какие мягкие. Это было потрясающе. Забирай аквариум. Начнем игру. Хорошо, что я не съела свой ланч. Запечатаем как следует. Камешки полностью его закроют. А теперь финальный аккорд. Да! Здрасте! О, обожаю рыбок. Проходи, Энни. Пора нырнуть. Прости, малыш. Совсем сухой. Эти пакеты просто нечто. Оу, я вас не заметила. Музыка? А, не знаю, понравится ли вам. Сейчас начнется лучший момент. Поставь-ка на паузу. Это что, птичка? Пока-пока! Чуть не попалась. Но я знаю, что делать. Посмотрим. Это нам не подойдет. Бинго! То, что нужно! Видите этот диспенсер для скотча? Вытащите скотч и положите внутрь наушники. Отлично! Стой! Сейчас отсканируем тебя. Он все найдет. О, черт! Пока чисто. Окей. Ага! Я тебя поймал.
Это? Это же скотч! Как так? Иди давай! Сработало, как часы! А еще это очень удобно! Как раз соло на гитаре начинается!